Ми робимо івенти. Я цю презентацію не розказував вже два рази її сексуально, я надіюсь, розказувала Настя. Хто був на попередніх двох івентах, звісно. Я був відрядженій на конференції і відрядженій. П'янка ви ніколи не бачили, але все, що зв'язано з поліграфією, з дизайном, з афішами, навіть на сьогоднішній івент, це все робить наш дизайн. Нам більше людей почало допомагати. Це приємно. Все, що нас підтримує логіка, щоб не було ніяких непорозумінь, да? З'явився фінансовий аспект, до чого тут логіка? Логіка нам забезпечує безкоштовно зал, кейтерінг і брендінгову продукцію. Все інше, що зв'язано з добиранням, проживанням спікера, йому подарунок сувенірний, якщо в нас залишиться лишні гроші, звісно. Це все тепер суто на нас з вами. Поселяє наш Джордж Готель, але в День Святого Валентина, як оказалось, такий аншлаг у Львові, який сьогодні давно не був. Тому треба чесно сказати, сьогодні нас поселяє Асторія, і Олексій з дружиною приїхав на романтичний вікенд в Львів, тому, думаю, в Асторії йому сподобається. На що ми це робимо? Робимо все так же, щоб поширювати знання, щоб приїжджали до нас реально достойні люди. Олексій – це колишній логіканець з київського офісу, який вже давно не з нами, але несе... Я 5 років проработав і 2,5 години роботи. Ну, точно. Окей. І будуть до нас приїжджати всі люди, які я вважаю є достойними на українському, не тільки українському ринку, яких не стидно привезти в Львів і поділитися знаннями. Ті, хто був на попередніх івентах, я надіюсь, знає, хто ці люди і задоволені ними. Я надіюсь, так буде і сьогодні. Від мене особисто дякую всім, хто прийшов на платний івент. Я розумію, що пожертвувати 2 хугарденами чи 5 кавами – це дуже важко. Але що таке 100 гривень при курсі долара в 28? 28 чи 26? Це наступний тиждень. Окей. Всі локальні івенти наразі залишаться, локальних спікерів залишаться безкоштовні. Що буде далі, повідомо. У нас з Настю грандіозні плани запрошувати людей з Кракова і Варшави. Тому, відповідно, ви тоді точно будете знати, на що ці гроші йдуть. Формат лишається незмінним, у нас буде це тільки ранок, тільки по суботам і тільки справжні люди, які їм про що розказати, без всяких там Вікіпедія стан. У нас вже було 8 івентів, мені приємно, що ми тримаємо традицію один івент в місяць, тому будемо старатися, незважаючи на події в країні, на конференції, на це все, робити один івент в місяць. Це наша ціль. У нас були вже дуже круті спікери, хто був на попередніх івентах, знає. У нас був і Коля Лімінков, і Вова Цукур, і Діма Думанський, були наші колеги з Одеси. Взагалі є серйозні люди, вже приємно, що вони до нас приїжджають. Сьогодні у нас новий крутий спікер, не зі Львова, Олексій, він про себе сам розкаже. Наші ком'юніті дуже помаленьку, але росте в Facebook-групі. У мене була ціль на перший Q1 150 людей, у нас вже 177. Мені приємно, додавайтесь, читайте. Настя не оновляла статистику по імейлам, але там їх більше 200. Історію я проклікаю, історія вся доступна на сайті, можна подивитися всі презентації, відео. В процесі ми стараємося їх не затримувати. В майбутньому там в кутку стоїть такий скромний хлопчина, п'є каву, його звати Олег Скляренко. У нього готова презентація по DSL на базі Ruby і Groovy. Ми думали, чи 7-го, чи 14-го, поки що орієнтуємось на 14 березня, так як 7, 8, 9 – це вихідні. Багато хто з вас поїде з половинками кудись, або просто Буковель, Красія, Тростяни, не знаю, і вас не збереш. Тому ми орієнтуємося на 14-те, ми будемо говорити, що таке DSL, на що він потрібен, і як побудувати DSL для певних практичних задач на Groovy і Ruby. Правильно, Олег, це сказав? Окей? Івенти, які ми підтримуємо, і партнерами, яких нам приємно бути. Можна долучитися до справи нашої військової і прийняти участь в довгому хакатоні. Хто має бажання, час, натхнення.
Selenium Camp конференція, яка присвячена автоматизації. Раніше вона була присвячена суто Selenium, зараз там окремий потік, який з Selenium не зв'язаний. Якщо комусь цікаво, це в Києві. Адепти Agile раз в році проводять Agile Eastern Europe. Вони восени її не зробили, перенесли на березень. Ціни трохи кусаються, вони в євро. Тому, хто готовий інвестувати, я був на цій конференції два рази, Олег, по-моєму, теж два рази. Можемо в кулуарах розказати про власний досвід. І буде аутсорсинг-форум у Львові, який ми, так як це кльові локальні львівські івенти, ми їх теж рекламуємо, щоб ви на них приходили. У нас є невеликі скидки. Я одне, що прошу не фоткати і не твітати, бо Коля мене за це дуже сильно покарає. Тому, якщо хтось хоче купити на Agile EE або на Selenium Camp білети зі знижкою, то в нас є 20% знижки на Selenium Camp, і в нас є 5% знижки на Agile EE. Це два промокоди. Якщо комусь треба, я скину особисто пошту, і вони діють тільки ці вихідні, суботу і неділю. Що ще? Хто до нас не доєднався, сайт завдяки Петру трохи ожив, він його оновлює. Фейсбук-група, Твіттер-аккаунт. Ми рекламуємося через Java User групу, так як ми в основному маємо багато джавішних івентів. На YouTube-каналі є можливість передивитися всі відео, які наразі є оброблені. Так як цей івент платний, і нарешті є ваша зацікавленість в тому, що ви сюди прийшли, і якщо вам щось не сподобається, то я дуже очікую, що фідбеків буде значно більше, і фідбек-форму, яку надсилатиме Настя, ви таки почнете заповнювати, тому що з попереднього разу я був дуже ображений після JavaScript-івенту, на якому було десь близько 70 людей. Нам написали фідбек, ви не догадаєтесь, аж цілих 4 людини. Я таке дуже не люблю. Ми стараємося для вас, ви старайтеся для нас, будь ласка. Якщо у вас є побажання виступити, або ви були на якійсь кльовій конфі, був кльовий спікер, який вас попер, ви напишіть нам, що це кльовий спікер, ми з ним зв'яжемося, домовимося про доповідь, і він приїде. Окей? Дякую, що прийшли. День Святого Валентина. Я сподіваюся, що у вас всіх заброньовані столики там, десь в якихось романтичних місцях на вечір. А зараз у нас буде трошки knowledge. Надіюсь, вам сподобається. Кто из коллег, сколько вас, кто Java-разработчик? Да, практически все, да? Окей, хорошо. Кто работал со Spring вообще в частности, как это, в общем и со Spring Boot в частности? У кого есть такой опыт? Со Spring Boot много кого. Ну давайте так, со Spring Boot в общем. О, замечательно. Хорошо, Spring Boot на практике. Окей, хорошо, понятно. Поскольку, когда мы обсуждали с Тарасом, о чем я мог бы рассказать таким образом, чтобы это не был очередной капитанский доклад, аналог которому вы можете послушать на ютубовских каналах Sprint Source и так далее, я подумал о том, что у нас уже есть ряд продуктов, сервисов, которые работают на продакшене, держат нагрузку и так далее, и они построены на Spring Boot. И в большей степени сегодня хотел бы рассказать об этом, как с этим жить, да? Вот. Но в том числе, если в целом по буту будут какие-то вопросы, я как бы приложу все усилия, чтобы помочь ответить. Значит, еще раз обо мне, то есть у меня Java background, я Java разработчик уже какое-то время, работал в основном с экосистемой Spring. Вот, последнее время это Boot. Тоже, то есть я очень тест-ориентированный инженер, поэтому где-то называю себя скорее тест-инженером. Почему? Потому что очень часто в моей работе превалирует разработка скорее инструментов тестирования и, условно говоря, подходов к тестированию тех фич, которые мы делаем, чем непосредственно разработка фич. То есть вот, где-то так. Ну и еще я говорю, что я как бы прагматичный разработчик, поэтому я очень не люблю работать много. Вот, поэтому я стараюсь делать все для того, чтобы
я ночью спал, а мне не звонили Ноки, да, Network Operation Center, и не говорили, шеф, все пропало, продакшн лег. Вот, поэтому у нас есть внутрикорпоративный доклад «Моя жизнь после продакшена», и там говорится об общих правилах Java-программирования, да. Вот. Некоторые вещи я попытаюсь здесь объяснить, но в большей степени хотел бы именно про бут поговорить. Значит, какой сегодня план? Значит, формат более-менее свободный, как сказал Тарас. Мне это очень импонирует, но все же, да, чтобы это не превращалось в какой-то балаган, и у нас была определенная направленность, да, и систематизация. Хотел бы, чтобы мы по следующему плану сегодня прошлись. Я попытаюсь сделать introduction в Spring Boot, причем слайдов у меня на самом деле очень мало. То есть я попытаюсь показать аппликушку, которую я сегодня для вас сделал, чтобы немножко продемонстрировать, для чего, на мой взгляд, это может использоваться. Дальше, по опыту, самый большой костыль Spring Boot — это автоконфигурация. Я попытаюсь больше рассказать о ней, по крайней мере, чтобы вы не наступили на эти костыли. Дальше, как же без тестирования обязательно, то есть попробуем посмотреть, как это все можно протестировать по слоям, какие у нас бывают тесты, какие для этого бывают примочки. И последние два блока — это полностью то, что касается жизни приложения после его развертывания. Да? Значит, конкретно будем говорить о логировании, о мониторингах и о некоторых штуках, по которым я не могу вам еще докладывать, не готов, да, мы только на этапе рассмотрения или постройки прототипов, но я уже точно знаю, что мы будем в эти вещи инвестировать в свое время, как команда, которая делает продукт на 40 миллионов пользователей. К продукту, да, я работаю в компании Playtika. Playtika — это мультиплатформ гейм-девелопер. Мы занимаемся такими вещами, которые называются social casino. Это казино, в которое деньги заходят, но никогда из него не выходят. Вот, это гениальное изобретение человечества. Вот. Значит, нами управляет из штаб-квартиры в Тель-Авиве принадлежимый Caesars Interactive Entertainment, одному из мировых гигантов того, что касается индустрии развлечений. Вот. Детали, почему все так хорошо в social casino и что оно растет на там до 60-75% в квартал. Вот. По ссылкам, кому будет интересно, кто такие, чем мы занимаемся. Вот. Ну и еще вот в этой строчечке определенные элементы особенности нашей работы. То есть у нас 3 development центра в Украине и еще один development центр в Беларуси и один в США. Это только те, кто работают с нами над 2 флагманскими продуктами. То есть это по сути те люди, которых будет ночью. Ну, давайте про бут немножко. Значит, как это? Тот, кто не говорил про микросервисы, наверное, ленивый, глупый или еще что-то. Значит, давайте попробуем понять вообще, нафига, зачем появился бут. Очень много, как бы, как я увидел, да, людей, которые использовали Spring Framework. Давайте так, попробуем разделиться. Кто использовал Spring Framework не как веб-приложение? У кого были своего рода вот такие вот стендалоны на Spring? Какой-то mid-layer? Без морды, да? Без веб-части. Окей. Кто использовал Spring с каким-нибудь там, я не знаю, JAX-RS, и у него не было полноценной, скажем так, веб-ушной морды? А кто использовал по там классической схеме со Spring MVC, со всем стеком, security и так далее? Ну, получается, эта часть превалирует. То есть Spring каким-то образом дает вот эти вот все няшки, которые ты вот развернул, и у тебя уже как бы Spring MVC и весь такой себе красивый стек. Чего не хватало? Не хватало. То есть то, что называется микросервисами, подход этот, идея где-то назрела очень давно.
Мы живем в мире, где программные продукты становятся все большими. Нам нужно их делать распределенными по причине того, что они работают на глобальном рынке и нужно решать какие-то сетевые задачи. Также нам нужно решать там, резервное копирование, динамическое масштабирование и так далее. Поэтому как бы распределенность хорошо. В какой-то момент вот этим сервисом нашим, да, там, на MVC-шке стало не хватать вот этой самой распределенности. Появились инструменты Continuous Delivery, которые позволили нам делать тоже массу прикольных ништяков, разворачивать окружение по темплейтам, делать какие-то манипуляции, как шеф и папит, да, в декларативном стиле, используя там Ruby или Python на уровне пакетов операционной системы, причем даже с некоторой абстракцией, какая там у нас underlying операционная система. Вот. И все это привело к тому, что появилась потребность в чем-то, что было бы, как это, самозапакованное, самораспространяющееся такое. То есть, чтобы как можно меньше было с твоим артефактом как бы проблем. Да? В какой-то момент стало понятно, что приложения настолько небольшие, что там 75, а то и больше приложений, которые на продакшене работают, Java-приложений, да, работают в контейнерах, а не в громоздких application-серверах. Да? И как бы кто-то задал себе вопрос, почему бы не запаковать. Не запаковать, собственно, наше приложение куда-нибудь, да, как бы у нас в Java вариантов немного, мы получили jar файл. И почему бы этот jar файл не сделать самовыполняемым? То есть, по сути, не в embedded контейнере не поднимать наше уже скомпилированное приложение, да, не запаковывав его в формально в Word файл. Вот. Я так понимаю, эта гениальная идея приходила людям и до появления Spring Boot, да? Но в один прекрасный момент она обрела какие-то очертания в буте. Вот. Давайте теперь немножко посмотрим, во что это у нас выродилось. Значит, я сейчас покажу демо-приложение. Демо-приложение у меня три сервиса. Это, по сути, три бутовых приложения. Что такое? Это аппликуха, которая шарит тудушки. То есть у меня есть туду как элемент списка, что мне надо сделать с описанием. Да? Оно принадлежит какому-то аккаунту, а у этого аккаунта есть юзер. Я думаю, что все понимают, что сейчас нельзя говорить о каком-то одном юзере, по которому проходит аутентификация в приложении. По той простой причине, что я могу логиниться с помощью всяческих креденшалов сторонних разработчиков, путем там, каких-то OAuth договоренностей с социальными сетями и так далее. То есть у меня есть аккаунт и масса пользователей, с которыми я могу логиниться. Там Facebook, гугловый пользователь, там Twitter, Instagram, все что угодно. То есть эти вещи тоже разделены, тестовые проекты и какие-то проекты-оплетки. Давайте глянем, как это все выглядит. Да, это Java-код, кто не узнал, да? Окей, хорошо, давайте я попробую. Не знаю, слева, наверное, плохо видно слайдер, не получилось у меня. Ну, я попробую так по чуть-чуть проговорить. У меня есть, согласно рекомендациям, я делаю билд проектов, да, всей группы проектов, используя Gradle. Мне так удобнее, на самом деле никто не может запретить вам использовать Maven в случае, если вам так удобнее, да. Но я как-то уже к Gradle попривык. У меня есть как мейвеновские, так и гредловые проекты среди тех проектов в нашем микросервис-кластере, которым мы заведуем. Вот. Но предпочитаю Gradle. Я выделил три группы своих проектов. Проекты, которые используют Java. В моем случае это все. Да, на самом деле могут быть проекты, которые Java не используют. Проекты, которые являются boot запускаемыми приложениями и тестовые проекты. Да. В данном случае у меня вот именно проекты, которые представляют medium тесты. Начал писать я это приложение, когда делал доклад по уровням тестирования, которые мы позаимствовали из Гугла. Да? Поэтому, в принципе, в этом проекте, так же, как и у меня на продакшене,
мы поделили все существующие тесты на три группы. Вне зависимости от того, что внутри, мы сказали, что мы будем опираться на то, как долго запускаются эти тесты. Таким образом, выделили три группы. Малые тесты, средние тесты или medium, да, и large тесты, или большие тесты. Про тесты мы будем говорить позже, я просто хочу сказать, что у меня вот отдельно есть три тестовых проекта здесь, и вот есть большой проект, который называется интеграционный тест. Так, далее по большому счету ничего интересного, то есть я только исключаю средние и большие тесты из стандартного JUnit Runner'а, группирую свои зависимости, говорю, что будут проекты, будут подключать будут плагин. Что medium тесты у меня как раз наоборот будут включать в себя все тесты с категории medium, да, для запуска. Общие для них зависимости где-то включаю. Вот, кстати, в wrapper можно обновить. Кто не знает, то уже достаточно давно Gradle у нас есть более старые, опытные, матерые версии. Давайте обновим. Да, что-то оно мне добавило. Давайте посмотрим. Ой, мамочки. Я даже не знаю, как мне с этим жить. Ну вот, Gradle Wrapper Properties, что-то оно мне нарисовало. Оно мне нарисовало вместо 2.1, 2.2. Ну хорошо, значит, это мы и оставим. Значит, при следующем запуске... Да, также, чем хорош Gradle в этом ключе, да, я не зря обратил внимание на Wrapper, мне Gradle импонирует тем, что, используя Gradle Wrapper, я никогда не оставляю никаких зависимостей и хвостов от места, где я запускаю либо свои тесты, да, либо связку из тестов по нескольким проектам. То есть какие-то там агенты Continuous Integration, на которых что-то может быть недоставлено, волнует меня уже слабо. У меня есть Wrapper, он о себе позаботится. У нас были очень серьезные проблемы. Мы потеряли несколько часов, когда у нас возникли баги, связанные с тем, что не одинаковые версии на всех агентах Maven, а при этом они старые. На гредловых проектах никогда мы такого не видели, не чувствовали и так далее. Поэтому, кто еще не решился, рекомендую хотя бы попробовать. Причем здесь нет еще черной магии, ее много. Я не буду ее показывать, потому что сначала нужно как бы научиться белой магии, а потом знать черную. Окей, ну давайте тогда в код. Базовый сервис у меня в какой-то степени точка входа. Он называется у меня User Service Service. Я использую нотацию, которая прижилась у меня внутри в компании, поэтому, пожалуйста, не дразните меня. Вот так она называется. User Service Service. User Service – это типа домен из нескольких приложений. Service – это суть, это типа deployable артефакт. Как вам такой build Gradle? Нравится? Мне – да. Вот. То есть я просто говорю о том, что как бы удачно удалось сгруппировать, и по большому счету мои сервисы, они где-то как под копирку в плане своих собственных зависимостей, отличаются только точкой входа application class. Значит, нет, это уже presentation, мне просто надо убрать boundaries. Значит, что мы имеем здесь? Вот это точка входа в наше boot-приложение, так называемый application class. Если что-то не видно или непонятно, я буду рад ответить на вопросы. Я использую новую аннотацию, которая появилась в 1.2.1. Те, кто смотрели, могут не знать, что на самом деле это очередная мета-аннотация от Spring Framework. Если мы зайдем внутрь, мы увидим, что это configuration. По configuration вопросов нет? Окей. Это enable auto configuration. Это бутовая фишка, о которой мы более детально поговорим чуть-чуть позже, чтобы понять, что он из себя представляет. И это компонент scan.
Вот. В данном случае из дискомфорта, который я предвижу, это только то, что если вы захотите указать какой-то кастомный компонент скан, у вас, к сожалению, нет возможности. У вас есть возможность указать только эксклюды, которые раньше были в аннотации Enable Autoconfiguration. Но у меня достаточно несложные по своей структуре сервисы, и мне хватает, как видите, одной аннотации. Также мое бутовое приложение будет веб-ушным, и я говорю, пожалуйста, включи мне Enable Web MVC. Дальше я делаю импорт своей конфигурации. Давайте вот на это пока не смотреть, я об этом еще тоже детально расскажу. То есть мне не подходит Data Source Auto Configuration в том виде, в котором он есть. Я бы хотел его сделать кастомным каким-то, не таким, как его для меня делает Boot. Также обратим внимание на вот эту часть. Давайте немножко просыпаться, как-то я не слышу ни матюков, свой адрес, ни пинков. Скажите, пожалуйста, что значит, что мой application имплементирует сервлет контекстный вишерлайзер? Кто мне подскажет? Хорошо, ладно, мы все программисты, я если чего-то не знаю, я делаю вот так, да? Вот. И что я вижу? Я вижу, что это фича, которая позволяет мне, позволяет Web Application Initializer инициализировать сервлет контекст. Фича из 3.0 API делает она что? Она позволяет мне избавиться от WebXML. То есть таким образом мне не нужен XML. На самом деле я вам больше даже скажу, я не являюсь каким-то гневным противником XML файлов, но в моем проекте их нет. Можно даже специально взять так и проверить. А, есть XML. Логбэк сконфигурирован как XML. Ну простите, обманул вас немножечко. А, ну да. И, собственно. И migration сконфигурирован. Ну, ребят, видите, надурил. Да, за мной глаз да глаз нужен. Я могу вам сказать, что ничего нет, на самом деле. Но с другой стороны, как бы логбэк не обязательно писать в XML, мы это знаем. Логбэк сейчас можно даже в Groovy писать, кому так комфортно, да. Просто я уже такой достаточно старый программист, наверное, неправильно сказать, старой школы, вот. Я как-то привык, что там был XML всегда, и он меня сейчас не смущает. Хорошо, поехали дальше. Вот эта точка входа моего приложения, запускается оно, как вам здесь видно, Spring Application Run и, собственно, запуск непосредственно приложения с какими-то аргументами. Вот эта часть, она относится к бут-актуатору, о котором мы поговорим позже, потому что я хочу собирать свои собственные метрики, которые для меня не собирает бут. Мы это поговорим, посмотрим, как оно выглядит. Вот. Единственное, что мне здесь нужно, вот у меня мой один красивенький такой мой сервис, который я выставляю наружу. У меня user service, и вот непосредственно этот сервис. Значит, выставляю я его наружу в двух ипостасях, мне все равно приходится делать диспатчер-сервлет, куда без него. Я не пользуюсь классическим JAX-RS здесь, и, к сожалению, или к счастью, я не могу сказать, что это хорошо. Так исторически сложилось, что наше приложение в кластере у нас использует Spring MVC для того, чтобы REST-JSON-овские сервисы отдавать. Но это получается REST JSON сервисы, но они не являются RESTful. Поэтому объясню. Поэтому если на сервере случается ошибка, то мобильный клиент получает статус 200 ОК и код ошибки. Как вам такое? Проблема може в самій імплементації, а не в самому, що MVC чи JAX RS. Типу, те, що Spring MVC не повертає правильні Spring MVC, совершенно верно. Spring MVC можна на ньому писати RESTful сервіси. Но на ньому можна писати кое-как.
И вот, в этом, пожалуй, проблема. То есть есть legacy код, который был на нем написан, мы продолжаем оставлять код в MVC, мы пытаемся делать новые эндпоинты, которые будут RESTful, но, к сожалению, поскольку мы не можем форс-апдейтить мобильный клиент, а мы поддерживаем Windows, Google Android, Google Amazon и iOS сейчас всего лишь. То есть мы отказались от некоторых экзотических платформ, там были разработки. И нам запрещено без крайней необходимости делать форс-апдейт. Таким образом, у меня есть, допустим, для таких сервисов, если вдруг этот сервис смотрит наружу, а не между ним общаются, то вот, допустим, вот это у меня API-шка, вот она такая, видите, красивая. А на поверку, на продакшене у нас получается это достаточно мусорно. То есть типа 20 методов, из которых где-то 5, 5 и 5. 5 это там самое старое поколение мобильных девайсов. Еще 5 это поновее поколение мобильных девайсов. Еще 5 это просто последняя версия. Из того, из 20 методов, 15 методов отмеченных как деприкейтинг. Зачетненько, да? Но, к сожалению, ничего поделать мы с этим не можем. Пока там нам не дадут разрешение выпустить force update и перестать поддерживать, допустим, Android 2.3, как только, так сразу. Напрягает временами, помогает только тесты, как всегда. Окей, значит, вот это единственное, что я бы хотел донести до своих клиентов. У меня есть юзер-сервис, и я говорю, пожалуйста, дай мне все юзер-ДТОшки, пожалуйста, дай мне юзер-ДТОшку по конкретному юзер-айди. В данном проекте я буду рассматривать разнообразные аспекты так называемых микросервисов, но не буду совершенно рассматривать security, оставляю это полностью на ваше усмотрение. Поскольку вы можете делать security как на каком-то своем фасаде, который будет собирать и агрегировать вызовы, вы можете делать security с использованием каких-то своих собственных там сессий, керберосов и так далее. Если вы хотите, чтобы кто-то за вас аутентифицировал, вы будете просто валидировать сессию, спрашивать, валидна ли сессия дистанционно. Да? Вы можете использовать Spring Security, если вы умеете им пользоваться и можете его накрутить. В моем случае я делаю допущение, что все эти сервисы они находятся внутри кластера и наружу из них никто не смотрит, что будет какой-то фасад, который будет, наверное, еще раз кэшировать данные и медиировать запросы между ними. Поэтому, если вдруг вы захотите потом, я там, конечно, в GitHub ссылку, это там найти, то вы там этого не увидите. Улова скрипт для Nginx. Ой, чего только нет. Окей, значит, что бы я хотел сказать. Я покажу, опять же, по аналогии с проектом, который я использую, у нас два типа эндпоинтов. Эндпоинты, которые работают через REST.json, и эндпоинты, которые используют RPC-кол с Hessian сериализацией. Как оказалось, для большого числа объектов, либо для больших объектов, вызовы внутри кластера между микросервисами дешевле с использованием подобного подхода. Но мы все равно будем от него отказываться. Потому что я думаю, что недостатки сериализации очевидны все. Но она имеет место быть. И если у вас сервисы передают хорошую такую пачечку объектов, каких-то, может быть, данных, и так далее, то, безусловно, это, наверное, правильный путь. Я сейчас не агитирую за Hessian, в частности. Может использоваться любая сериализация и любые существующие фреймворки, которые могут даже сериализацию преобразовывать в REST API. К примеру... Нет, я вас обманул. Это немножко будет другое попозже. Простите, начинаю вперед забегать. Стандартный сервлет контекст listener в данном случае, вот
Я бы хотел просто логи писать, но не забывайте, что здесь вы можете любые какие-то свои кастомные ивенты в жизненный цикл веб-приложения запихнуть. То есть у вас есть context initialized, вот, и сервлет контекст при вас. Пожалуйста, работайте с ним. Ну и, безусловно, он стартап, если вам что-то понадобится. В принципе, все. Вот это по большому счету все, что касается сервиса. У меня таких сервисов 3. Мои сервисы... Мы же с тестов начнем, правильно? Да. Окей, поехали. Наше питання, поки не почали з тестів. Давай. А чого, типу, контекст лістенер, ну, таким спрінг-веєм додається, а не сервлет-веєм? Тобто він як бін підкидається, а не тест там як, не знаю, як лістенер такий, який в контейнері має бути. А хто пам'ятає старе класичне Spring MVC приложення? У мене ж був теж сервлет-контекст лістенер, там спринговий. И это была моя обязанность. В принципе, на нем же держится, и он же кладет и мой сервлет-диспатчер туда, и все. Это спринговая тема. Я должен же, если у меня enable в MVC, я обязан это сделать. Не, ну, спринг поднимает listener. Ну, listener поднимает контекст спринга. А, типу, цей listener, він добавляється зараз, ну, так, можливо, це фішка бута така, но так виглядає, що він... створюється бін-сервлет-лісенер, який кладеться в спринговий контекст, а не vice-versa, коли лісенер піднімає контекст. Ну, класика, що лісенер піднімає root веб-контекст. Значить, і да, і ні. Я, возможно, сейчас будем разбираться, я, возможно, не до конца понял вопрос, да, или пытаюсь вас обмануть, поэтому, собственно, где-то... Якщо згадати стару веб-XML-ку, як там лісенер декларувався? Ну, просто декларувався listener, де казався там application context loaded, щось типу. Application context listener. Тепер WebXML-ка — це, по суті, і є цей клас. Ні, ну це клас, який конфігурить Spring, а не WebListener, який там в третіх серветах, чи там listener. Ребят, Wi-Fi вже всі списали на всякий случай. А я ще тут, до речі, кому треба. Роздруковано. Окей. Хорошо, я просто... Давайте розберемося в понятиях, раз у нас совсем такая прикладного характера беседа. То есть во главе всего у нас стоит сервлет-контейнер, правильно? То есть у меня есть сервлет-контейнер. Значит, раньше у меня был WebXML как точка входа в сервлет-контейнер. То есть у меня был WebXML. И у меня сервлет-контейнер... смотрел сюда и на основании WebXML поднимал все сервлеты, описанные в WebXML с фильтрами, с лисенерами и со всем остальным. Да? В данном случае у меня embedded сервлет контейнер. И этот сервлет контейнер, сам контейнер, стартует boot. Вот там, где у меня был. Значит, у меня есть boot. У меня есть в нем сервлет контейнер, в данном случае он у меня embedded. Кстати, очень правильный вопрос на самом деле, да? Ну, тут поволе поменялось на самом деле. Как Spring поднимает сервлет контейнер? Потому что мне нужно иметь уже некоторые бины до момента старта. И мы их описали, которые будут характеризовать мое приложение. И получается, у меня есть application class. То есть boot, по сути, берет application class, поднимает все те служебные бины, которые ему нужны, и потом формирует из них bootstrap, точку входа. Вот она у нас, на самом деле, я это показывал. То есть для WebXML-less servlet context initializer — это точка входа для servlet контейнера вместо WebXML, да, то есть JV-шня. И получается boot берет вот это. И, по сути, мы потом заходим опять, мы заходим вот сюда, как в точку входа в веб-приложение, да? И, кстати, почему не любят add configuration стиль спринговый? Он иногда вводит в заблуждение, да? Нам часто кажется, что мы часто путаем его с компонентной моделью, а его в большей степени, да, нужно ассоциировать с WebXML-ной моделью. Просто в которой мы можем полностью все функции Java использовать.
То есть вот этот бин, это по сути ничего, кроме метаописания. И совершенно верно, он нам нужен, потому что мы, зная, что вот это у нас имплементация Bootstrap класса для веб-приложения API 3.0, мы должны иметь там вот такое описание и, собственно, вот такое описание, что мы делаем в этих случаях. Вот эти штуки, безусловно, это все Spring. Спринговая какая-то, которую мы накрутили. Окей. Значит, у меня есть API сервиса, у меня есть его имплементация, я начинаю с теста. Значит, что в моем тесте? Это small test. Я пользуюсь Makita. В данном случае я не тестирую репозиторий на этом слое, я предполагаю, что репозиторий у меня ок. Особо останавливаться не буду. В данном случае у меня, возможно, некоторые вещи не совсем, как это, TDD way, да, потому что я могу миксать и тестирование состояния, да, с тестированием, в конце концов, поведения. Но мне так где-то, наверное, проще и комфортнее. Зачастую, когда у меня полностью устанавливается поведение для препятствования плохому рефакторингу, я в конце всегда добавляю тестирование поведения, поскольку зачастую мне важен, конечно, порядок и количество вызовов в том числе. Да? Я ожидаю, что оно такое есть. Вот. Ну, давайте фиганем, я не знаю, пусть он свалится, что ли, или нет. Вот это меня бесит. Я не знаю, то есть, с чего бы это вдруг я захотел его как грабить запустить. Давай, разогревайся. Ну, как бы все, да, то есть вот так вот чистенько, аккуратненько. Значит, из каких-то особых фишек, которыми бы хотел поделиться, кто еще не пользуется рулами, я призываю начать ими пользоваться, потому что G-Unit является каноническим средством юнит-тестирования. Он не содержит множество приблуд, которые превращают наши юнит-тесты во всяческие там приемочные и другие тесты, а позволяет где-то держаться нашего мейнлайна, там TDD и так далее. И единственным кошерным расширением G-Unit, его лайфсайкла и каких-то там проверок является не что иное, как root. Поэтому, если вы до сих пор кипятите, почитайте страницу G-Unit на GitHub, где наши как бы старички и все корректно описывают, как мы хотим это видеть. Значит, в данном случае что я проверяю? Я проверяю, что я получил всех пользователей, я проверяю, что я получил одного пользователя и проверяю, что я получил User Service Exception, мой кастомный runtime exception, вот, с сообщением, что нет такого юзера. В случае, если user ID у меня... В случае, если репозиторий мне по user ID вернул null. Да. А сейчас билда от этой exception будет вываливаться? Ну, Ні, бо деколи є, що навіть коли ти тестуєш там якісь ексепшени, наприклад, в G-Unity, там з цим експект. Насправді, хлопці, він повинен. І в мене навіть є тут локбек, який має ото підтягуватись. Давайте зробимо трохи по-іншому. Ми можемо зараз стартувати інший білд. Формально він там є. Там є. От ми робимо зараз. Clean, біж. Эй, не понял. Presentation mode это какой-то... здесь будет не один тест, но оно того стоит. Окей, значит, сразу говорю, в данном случае, да, я не писал, я старался писать хороший код, да, но в то же время здесь есть недостатки. В данном случае я валюсь с исключением, только если у меня как бы сервис
сервіс внутрі от репозиторія получає null значення, щоб не було юзера. Ну от у мене є вот этот вызов. О, шикарно. Вообще, я люблю такое. Что? Ай, простите меня, кулей. А, кто знает, что такое MySena? А, окей, я дальше буду делать небольшой вброс по поводу... MySema — это производитель библиотеки, которая предоставляет query DSL. Да, это то, что это та библиотека, поверх которой построены все вот эти космические capabilities, которые я потом покажу, которые дает Spring Data GPA. MySema требует в compile time при процессинге всех entity. В данном случае у меня мой билд не нашел этих entity свалился. Поскольку у меня именно в этом сервисе я пользуюсь GPA-шным репозиторием. Сейчас посмотрим. Эксепшены у нас. Эксепшены у нас валятся. Красивенько так. Значит, у нас где-то user service должен быть. По алфавиту, да, мы идем. Это у нас аккаунт сервис. Это to-do сервис. И где-то у нас тут. User Service Application, который игнорится. Это наш контроллер и вот. А, значит, вы спрашивали про исключение. Вот оно, колено исключение. То есть оно выплевывается, и я, в принципе, даже могу посмотреть тот stack trace, который я увижу при реальном вызове, если вдруг мне это нужно. Поскольку в данном случае я не писал flow, да, настоящий, как я рекомендую делать всем, кто работает с микросервисами и с любым бизнес-процессом, в котором участвует несколько сервисов, да, то смотрите, в данном случае я совершенно забил на ситуацию, когда у меня user ID null. Я получу illegal argument exception, и с какой-то стороны это может быть хорошо, но не забывайте, это может вас не устроить. Поэтому, пожалуйста, делайте check not null и так далее. То есть, либо у вас есть однозначные какие-то там service layer agreement и правила в API, что вы никогда null значение вместо объектов не передаете в своем вызове, да? Либо вы используете defensive coding. То есть или то, или другое, да? Либо вы используете defensive coding, и вы всегда проверяете на все неожиданные ситуации. Поэтому или одно, или другое. В данном случае я предполагаю, что я не буду null значение спрашивать. Возможно, для упрощения того, чтобы больше с вами тут не разговаривать. Но вы сразу видите, что одного теста здесь явно не хватает. Ну, просыпайтесь. Мне надо, чтобы немножко меня все-таки троллили и поправляли. Нельзя сказать, что я специально все сделал не так хорошо. Некоторые вещи мне становятся видны только сейчас. Ну и второй тестик на контроллер. Именно для этого сервиса мне захотелось сделать параллельную работу. И HSN API, да, бинарный вызов моего API, и контроллер, который будет по REST отдавать то же самое. Поскольку мы будем более плотно говорить о тестах в буте, да, я скажу только, что это он через Mock MVC Builders, и что мы используем стендалон сетап для этого контроллера. Давайте еще раз посмотрим, насколько это быстро. То есть наше главное, еще же надо проверить, не соврал ли я вам, что это маленький тест. Но он маленький, он реально маленький. То есть это и все. Пиши на Medium, сложите, а-ля Integration. А я покажу сейчас Medium. Я покажу сейчас Medium, просто чтобы вы поняли, что я вас не троллю. Это реально, вот это реально small test. Они еще и, если контроллер больше, то пропорционально per метод время еще меньше. Там ему надо забутстрапить вот этот web application контекст минимальный. И потом начать уже дергать.
Вот. Ну і я не тестирую спринг-дату, не хочу. Пусть спринг-дата тестирует спринг-дату. Я пользуюсь стандартным JPA репозиторием. Сейчас я тоже это покажу. Но как бы настойчиво рекомендую всех, кто пользуется чем-то более нетривиальным, свои методы проверять. Я сейчас покажу, у меня в одном месте отсутствует тест на такое нетривиальное поведение. У меня есть medium тесты. Я попытаюсь сейчас показать где-то все-таки, чем они отличаются. Тоже вот у меня вот такой красивый Gradle. Мне тоже нравится. Значит, тут ничего совершенно нет. Мамочки, шиш. У нас такой вот голубой, аж глаза режет. Тест, который поднимает целиком бутовое приложение. По сути, тест, который вообще на вшивость. То есть я написал свои сервисы, я написал на них тесты, контроллеры, но теперь я хочу понять, то, что я вот это намутил на буте, оно будет работать или нет. В данном случае я хочу контекст пас и порт сервера себе получить. В данном случае я назначил JUnit категорию medium тесты, чтобы они у меня не работали там, где не надо. В данном случае я обязан через спринговый класс runner запускать. В данном случае я обязан говорить, где лежит моя конфигурация. Вот это опять новая мета-аннотация. Она в 1.2.1 появилась. Раньше она выглядела по-другому. Раньше мне надо было писать две аннотации. Web App Configuration и Integration Test. Потом в каком-то желании улучшить все и вся, Филипп просто взял две и объединил. Я не возражаю, мне не нравятся простынки аннотации над каждым тестом. Значит, по сути, делаю только то, что дергаю по очереди, либо с помощью Test REST Template. Либо с помощью Hessian Proxy Factory, который создаю проксю на свой Hessian объект, чтобы его дергать. И вот у меня тоже есть пачечка тестов, которые там какие-то проверки у меня осуществляют. Значит, я пользуюсь, конечно, внешним мускулом, да, но для своего теста у меня есть такая утилитка, писанная руками на коленке когда-то и постоянно реиспользуемая, которая использует MySQL MXJ и разворачивает его в рантайме. Почему я не хочу пользоваться H2 или чем-то еще? Не дай бог у меня какие-то database-specific есть фичи. Поэтому, по-хорошему говоря, могу пользоваться MXJ, буду пользоваться MXJ. Ну, давайте попробуем стартануть, чтобы я говорил, что я вас не обманываю, и где-то это похоже на бут, и оно работает. Вот, значит, оно стартануло у меня демона в папке. Вот я вижу приглашение того, что у меня стартанул бут 1.2.1. У меня стартанул Liquibase, который накатил на мою embedded базу мою схему, которую я хочу получить с какими-то dummy данными. Дальше поднимается веб-контекст, как видно, и, собственно, через JUnit Starter, embedded контекст и все, что мне нужно. Абсолютно аналогично. There is no user with such ID, пожалуйста. Единственный exception, который я тестил, вот он появился. В случае REST кола там exception нет, там идет код ошибки. Да, конечно. Дивіться, на кожен, от, це тестується один раз сервіс. Якщо у вас багато REST endpoint'ів якихось, то у вас на кожен тест піднімається, ну, тобто якийсь, все з нуля піднімається, контекст піднімається. А Spring, не дозволить тобі піднімати кожен раз з нуля, якщо ти в явному виді дёрті з контекст не допишеш, все. Ну, це типу раннер підняв раз і вже всі тести. Да, сейчас попробую рассказать, как можно сделать здесь. Можно сделать по-разному. То есть, безусловно, конечно, хотелось бы поднимать один раз и запускать все тесты скопом, правильно? Чтобы было проще. То есть, как бы решать исключительно вам самим, и вы можете опираться на то, какие задачи вы будете решать. Из того, что я рекомендую, если одного теста слишком много,
ну, починає удлиняться у вас, да, то пишите сюти. Пишите какой-то сьют, в котором агрегируете там, условно говоря, там контроллер 1 тест, контроллер 2 тест и так далее. Значит, что сделает Spring? Spring попробует сделать все таким образом, чтобы как можно меньше всего поднимать на самом деле. Да? То есть ситуация следующая. Допустим, ресурсы ваши, MySQL MXJ, потому у меня еще используется Couchbase Mock, чтобы не стартовать Couchbase сервер, у меня используется Mock. Они работают на уровне синглтонов, которые сидят, и иногда там, я не знаю, там ходите в ThreadLocal и засовываете, хотите пиды ставьте, все что угодно. У вас может сьют смотреть, что эти ресурсы уже инициализированы. Опять же, можете rule для этого использовать, очень удобно. Ресурсы проинициализированы, ресурсы он стартовать не будет. Spring свои поднятые контексты пусть менеджит сам. Вот. И таким образом минимализируйте то, что вы поднимаете вот от теста к тесту в своем сети. А на частоту теста это влияет не будет? Придется менеджить самому что-то? Если есть подозрение, что что-то пересекается, у вас всегда есть эта таняшка. Дёрте с контекста, все, да? То есть, если вы говорите про persistence, то вы прекрасно знаете, что у вас в тесте постоянно фигачится транзакция, она там не закрывается, да? Эту багу Spring, я думаю, все знают. То есть, получается, что state свой вы восстановите, свой persistence state, да, всегда. Если вы работаете с каким-нибудь NoSQL, вам придется присесть два раза, но все равно это вариант, да? Зафлашите, перефигачите все. На NoSQL хранилище, как правило, накатываются совершенно с другим порядком, да, сложности от теста к тесту. Вот, опять же, если есть какие-то сомнения, чистите полностью контекст, перегружайте бинду. Опять же, микросервисы, в этом-то и преимущество. Они у вас небольшие, и тесты не должны быть настолько тяжелыми. Окей, давайте чуть дальше. Это то, что касается моего приложения. Таких приложений у меня три. Они используют Spring дату. Но я бы предложил вам сначала, если нет возражений, вопросов, продолжить немножечко с презентахой. Потом вернуться к дате. Значит, посмотрели немножечко, что у нас есть, посмотрели, что бут у нас, в принципе, живой. Вот, ничего особенного он от нас не требует. Мы абсолютно теми же шагами строим бут в приложении, как мы строим другое приложение. Бут не был бы ничем особенным, кроме чего-то, что стартует в embedded контейнере ваше приложение, если бы не вот эта шняшка. Вот. Значит, как вы думаете, что это? Это мета-информация в стандартном бутовом стартер-пакете, которая описывает все классы автоконфигурации. Там еще снизу есть. Все классы автоконфигурации, которые накатываются при старте приложения. Магия. Ну, поэтому процентки 80 просто не нужно в приказе. Зачем? Мы сейчас это обсудим. Я предлагаю сейчас это обсудить. Слайдик такой просто, чтобы вы все поняли серьезность положения. То есть пациент скорее мертв, чем жив, и нужно очень аккуратно с этим быть. Значит, смотрите, что такое автоконфигурация? Автоконфигурация — это прежде всего конфигурация. То есть это определенная конфигурация бинов, объектов, которые мы положим в свой спринговый контекст. Основывается она на аннотации conditional и ее разновидностях, которые мы здесь видим. Да? Это разнообразный гибкий способ для того, чтобы осуществлять определенные манипуляции со спринговым контекстом. Какая мотивация стоит за этим? Я думаю, что все помнят... все помнят вот эту штуку, которая у нас была...
профайл, да, и active profile. Кто помнит? Для чего мы пользовались, да? Хорошо. Для чего мы пользовались профайлами, ребят? Вкидывание контактов, чтобы, чтобы удавать разные контакты, заложенности в середовище. Да. Development, CI, test и так далее. Да. Но кто-то читал, простите за мой французский лирический высер Криса Бимса о том, что мы изначально неправильно поняли спринговые профайлы, и они нужны не для того. Нет, я вам абсолютно серьезно говорю, один из коммитеров, Spring Core, где-то, наверное, порядка полутора-двух лет назад, совершенно серьезно пишет о том, ребята, не используйте, пожалуйста, профайлы для манипуляции с контекстом, особенно на приложениях, которые уходят на прод. Он говорил, что максимум мы это сделали для того, чтобы вы живую базу меняли на embedded, и там, условно говоря, GNDI какие-то endpoint на обыкновенные там GDBC дата-сурсы, в случае, если вы хотите стартовать облегченное приложение. Говорит, ну не делайте из этого вот такую вот иерархию, короче, которая позволяла вам делать какие-то разные кастомные сборки приложения в зависимости там от класс-паса. Если вы помните, была попытка починить эту штуку. То есть профайл лежал у нас в переменной Spring Profiles Active. Резолвились они по очереди из environment, потом из командной строки, потом они могли еще в ряде мест у нас быть установлены. Там есть отдельный список, как их получать, а-ля class pass. Но это было неудобно. То есть это было, это все-таки была статика. То есть мне надо было либо стартовать сборку с определенным профайлом, чтобы у меня как-то раз сказал, environment сам говорил, я такой-то профайл, говорил путем там наличия файла, параметра сборки или так далее. Но по большому-то счету нам-то нужно не совсем это. И следующим шагом в... Я сейчас боюсь вас обмануть. Сейчас. Обману, потом поправлюсь. Появилась штука, которая называется Profile Resolver. Profile Resolver — это, по сути, интерфейс, имплементируя который, ты можешь сказать, мы стартанули, пожалуйста, запусти Profile Resolver, а он нам скажет, какие профайлы у нас сейчас активны. То есть он в лайфсайкл старта контекста вмешается, и там на основании каких-то штучек-дрючек сможет это сделать. Опять же, имея в виду, что эта фича скорее для тестирования, чем для реально продакшена и манипулирования в рантайме чем-то, вот эта штука, она полезна, опять же, скорее для тестирования или как это, среда зависимого тестирования, если вам нужно какие-то изменения делать в зависимости от среды, где вы стартуете. Но, как вы понимаете, вопрос главный, да, то, что мы хотим модифицировать наше приложение в зависимости от среды, от чего угодно, от класс-паса, от всего остального, оно не решает. И эту проблему для нас решили имплементированием автоконфигурации в Spring Boot. Значит, теперь посмотрим немножечко на код. Значит, что такое у нас conditional, да? У нас есть. Можно таке запитання? Конечно, можно. Spring Boot, ну, для того, щоб запускати якийсь там контейнер, так, для embedded Tomcat чи Jetty, так? Чи не можна собі, скажімо, я от Jetty сам запущу без Spring Boot і не бавився з чорною магією? Що, ну, тобто, в якому моменті я мав би перейти на Spring Boot, а в якому моменті краще використовувати так, ну, вручну щось? Я предлагаю закончить хоча б перший блок формально і це обсудити. Тобто, коли ми будемо говорити о вещах, приближених к продакшену, я думаю, що вигоди бутових жарників, вони стануть десь понятні для нас. Тому що я не хочу варфайлом займатися взагалі. Ні, ну, але ж embedded Tomcat, там, ну, наприклад, ти маєш теж Java, маєш, ну, entry point. Запускаєш той Tomcat embedded, там
Тоже можно навешать себе сервлетики. Я хочу через java-jar что-то запускать, чтобы оно у меня автоконфигурировалось и фигачило. А DropWizard? DropWizard отдельно скажу об этом. Это реально конкурирующий параллельный стек, из которого мы должны пытаться взять все самое лучшее, но однозначно я не могу сказать, что что-то лучше. У всего разные контексты. У кластеров, построенных на спринге, как у нас, DropWizard был бы чем-то лишним. Нам бы пришлось очень серьезно менять внутри архитектуру. Но сейчас мы можем легко дробить свои сервисы на более мелкие, выпихивать из них бутовое приложение. То есть вот последний раз у нас сервис, который отвечает за реворды, мы его разбили на 11 других сервисов. Потому что мы поняли, что мы уже не можем накручивать условные операторы, стратегии, целые мапы там для разных ситуаций. Ладно, ребят, давайте conditional и потом перед черной магией сделаем перерыв. Сколько мы уже говорим? А large тесты будут чи на наступній перерві якраз будемо каву пити. Large тест, а ви увиділи, да? Large тест. Ні, буде. Обязательно. С одной стороны, самое интересное, с другой стороны, честно скажу, самое неинтересное. Если вы настроили развертывание своих сервисов, то large тесты это уже тупо детский сад. То есть пытайтесь имитировать поведение своего пользователя. А проблема в том, что вы же не знаете, что у вас пользователь ведет себя именно так, как он себя ведет. А для этого нужно прикрутить нормальный мониторинг. И это, я думаю, мы тоже обсудим. Окей, conditional. Conditional не является частью, если мы посмотрим, видите, оно не является частью Spring Boot. То есть, по сути, это замена того, о чем мы с вами говорили. То есть, есть то, что называется профайлы, а есть conditional. И conditional говорит, пожалуйста, дай мне condition. А condition, у него есть conditional context, annotated type metadata. Голос потихоньку заканчивается, надо больше кодить. Вот. Но мы же с вами говорили, что Spring, как обычно, для нас имеет весь инструментарий. Давайте посмотрим, допустим, conditional class. Conditional class уже является частью... является частью бута. То есть, как мы видим, это опять любимая спрингом собранная аннотация, которая состоит из conditional и onClass condition. И для нашего onClass condition мы принимаем, собственно, класс и имена. Давайте пофантазируем, да, что может быть в conditional классе. На перерыв нужен или что? Окей. Самый-самый простой пример. У меня в тестах используется MySQL MXJ. Я могу говорить, что если у меня есть в контексте класса из MySQL MXJ, то игнорировать настройку внешних дата-сорсов и использовать локальный. То, о чем мы говорили, да? Опять же, тестовое применение. Дальше. Я могу говорить о следующем. У меня может быть... приложение использовать какую-нибудь внешнюю папку для хранения джарников. Плагины. Какие угодно. Если там есть какие-то плагины, то моя автоконфигурация их подтянет и там, допустим, запихнет в какой-нибудь регистре, что-то активирует. Потому что полагаться на то, что в этих плагинах будет логика, которая сделает все хорошо, зачастую неправильно. То есть вы можете использовать какой-то inversion of control, класс загрузился в там, класс pass, да, допустим, статическим инициализером, либо, не дай бог, вы используете какой-нибудь там компонент scan на весь свой package, и все, что у вас лежит в джарках, все компоненты у вас подтянулись, да, и таким образом контекст у вас где-то не поднялся из-за того, что ошибки в ваших джарках, да, вам бы хотелось зачастую это все изолировать. И там вы либо создаете свои собственные
загрузчики контекстов, которые это все как бы окружают, в случае каких-то ошибок просто игнорируют загрузку бинов и так далее. Либо вы пользуетесь какими-то кондишенами. То есть в кондишенном классе вы можете осуществить какие-то действия. Эти действия могут включать у вас проверку, сэнити вообще плагин валидный, который вам подсунули, или как бы нет. Вот. Ну и как мы сказали, вот conditional on и их негативы, conditional on missing, да, bin, class, expression и ресурс. А, property и ресурс. Еще есть web application, но если честно, я уже, у меня уже до этого руки не дошли. Мы, например, очень активно используем ресурс. И я потом расскажу как. Причем используем его зачастую для настройки, ну и property. Для настройки приложений, которые стартуют в кластере. А це якось взагалі підхід конфігурації зміщується. Типу, ну, у нас все йде в Spring, хоча конфігурація це там property файл, які завжди були, якісь зміни середовища, які ти, ну, незалежно, що там в тебе Java на там в application, на PHP, ну там. Я сейчас покажу, когда закончу с чорною магією автоконфігурації, да, немножечко. Когда попробуем пофантазировать, как мы можем это все кастомайзить, да, для нас. Я после этого уже будем плотно смотреть тесты, и я покажу перед логингом, да, как у меня выглядит конфигурация бытовых сервисов. И там, в принципе, где-то станет понятно, что по большому счету мне реально пофиг. Это может быть все что угодно. Я могу у себя только жонглировать интерфейсами, делать там цепочку из fallback мест, которые там и типов, откуда я гружу там конфигурацию сервиса и так далее. Ничего такого. Еще вопрос по conditional. То есть, ну, bin, class, property, ресурс, понятно. А что означает expression? SPL? Spring Expression Language, как бы, сколько вам будет угодно. Вот. Единственное, что, опять же, да, я иногда забываю об этом говорить. Если вдруг я не ответил на какой-то ваш вопрос, или у вас появился вопрос по ходу, есть вот такая штука, кто ее еще не видел, я вас призываю ознакомиться. На самом деле, как бы это ни было смешно, именно Spring экосистема имеет настолько полезную и не бездарную документацию, что ее стоит почитать. Поэтому прочитайте сначала документацию. Я бы не советовал делать то же самое в ряде других вендоров. Например, документацию Hibernate я до сих пор понять не могу. Я не могу ее понять. То есть я вынужден открывать какие-то книги был там, когда Hibernate более активно пользовался. Окей, хорошо, просто уже нет сил говорить, немножко мне нужно 5-10 минут продышаться, и мы продолжим конфигурацию во всем. Я перескочил через одну штуку в своем рассказе. Я пытался не рассказывать вам вещей, которые вы можете прочитать здесь, да, а либо зажать их в более какие-то узкие вещи, либо показать их вам в разрезе практического применения, да. Но я не сказал самое главное. Мотивация, которая лежит вот за этой штукой, да. Мотивация, которая лежит за бутом, это то, что мне бы хотелось, опять это слово скажу, хочется оперировать уровнем сервиса, а не уровнем веб-приложения. Отсюда же. Да, да. В чем отличие? Сервис это то, что фигась, и по сути в продакшене. Оно само увидело, в какой оно среде запущено, оно стартовало таким образом, и оно продолжило работать таким образом. Как правило, то, что стартует в контейнере, уже не подходит, оно требует подготовки среды. Понятно. Говорили про embedded контейнеры, согласен, это верно. Но я сейчас покажу, как настроены будут приложения, вот мои конкретные. И мы немножко еще про автоконфигурейшн поговорим, да? И я думаю, что станет понятно, что я старался их настроить именно в ключе того, чтобы они были сервисами, а не просто Spring Boot какие-то. Ну, Spring Boot какими-то приложениями. Значит, ух ты.
теперь давайте смотреть. Значит, любое бутовое приложение, ему требуется, либо не требуется, тогда он начнет использовать какие-то фоллбеки. Скажем так, конвенционно по умолчанию конфигурация приложения находится в файле application properties. Причем, что мне нравится, вы видите, да, какой это properties? Все заметили, да, что properties совсем не properties? Мне даже это нравится. То есть не то, чтобы я был заядлый старый рубист, но мне иногда хочется разнообразия. Вот, то есть я обозвал его properties, но это YAML, и как бы мне это больше подходит. Значит, получается, мое boot-приложение, которое я называю сервисом, конфигурируется вот такой штукой. Чего его назвать YAML? Не, YAML, там есть список конвенционных названий. Но где-то у меня в глубине души меня просто... Это такой самотроллинг. Я назвал application properties, а в нем написал, короче, в YAML формате. Просто після тебе хтось сяде саппортити цю штуку і такий трошки буде... У нас порядка 16 человек, которые занимаются всеми сервисами. Сейчас мы можем себе позволить некоторые вольности. Вот. Но в целом, согласен, очень правильное замечание. Вот. То есть это то, что конфигурирует мой сервис. Как вы можете видеть, здесь на самом деле не так много конфигураций. Это контекст пас и это порт, на котором я буду его поднимать. На самом деле здесь много и... конфигурации, которые Spring автоматически будет пытаться загрузить к себе в контекст. Вот. Точно так же никто не запрещает мне добавить что-то свое. Вот. Config location — это моя аннотация. Теперь поговорим еще немножечко про... Да. А кто парсит цей YAML? То есть Spring есть через Vali, так само и property? Он их добавляет в property source. То есть, поскольку мы сейчас от PPC отходим немножко, да, если кто помнит, то есть был Property Placeholder Configurer, одна из основополагающих частей манипуляции как бы пропертями в Spring. Вы все помните, наверное, кто писал старое WebMVC приложение, что вы с ним парились, вы загружали, вы его рестартовали, точно так же вы делали reloadable, эти все штуки, чтобы делать локализацию, чтобы вы в ваши вьюшки передавали сразу локализированное по локали браузера, все месседжи и так далее, да. Потом появилась абстракция environment спринговая, да, которая стала агрегировать вещи, которые и property, и system environment, ну и многое другое. Да. А хост ви пропустили, чесно, що ви джинсом директори та різні сервіси, чи ви... Мене зараз не інтересує, то есть как бы... Тесто для тесту. Это очень синтетический пример, я сразу говорю. Вплоть до того, что у меня три сервиса смотрят в одну и ту же базу. Ну, такого просто, скорее всего, не было бы. Они смотрят в реляционную базу, у которой foreign key друг на друга. То есть, скорее всего, так бы не было. Но с позиции где-то бизнеса и тестов, это три отдельных сервиса. У них есть API, которые они отдают наружу. Но пример чисто синтетический. То есть, я не захотел усложнять для того, чтобы добавить какой-то бизнес-value. Вот. А дальше идет то, за что мы очень долго боремся. То есть каждый сервис должен знать, кто он. И в данном случае я говорю, друг, у тебя есть config location, и найди по нему свой configuration properties, и они тебе скажут, кто ты такой. Вот эту штуку ищет сам, собственно, Spring во время бутстрапа, делает ее частью environment объекта, и я могу получить эти вещи в качестве environment properties. С configuration properties все немножечко сложнее. Это, как говорится, полный кастом, но я сейчас объясню, почему чем проще решение, тем лучше. Значит, я написал такую штуку, она называется Simple File Configuration Service. Если вы не знаете, как что-то назвать, сервис, любые названия классов меньше 30 символов, значит, вам с Java не по пути. То есть, Simple File. Вот. Я сказал, что он у меня, как бы, у меня для него есть интерфейс Configuration Service. Значит, что он делает? Он берет, как я и обещал, Config Location у меня появится в Spring обязательно. Это у меня еще и configuration.
Вот. И я сказал, пожалуйста, дай мне ресурс лоадера, с помощью ресурс лоадера могу или файл получить, или класс-пас переменную, которая мне нужна. Вот. Что я отдаю? Я DB configuration, мой собственный объект. Путем получения моих там driver class name, max active, min idle и всего того, что мне нужно. Я couchbase настроечки получаю для одного из моих сервисов. И сервис URL. Значит, подход наивный, но я вам по большому секрету скажу, что по моей информации 50 минимум процентов так называемых микросервисных кластеров работают с подходами, подобными этому. Почему? Потому что файл самый простой и надежный способ шарить конфигурации. Почему файл? Потому что из коробки куча инструментария позволяет вам реплицировать, синхронизировать и слушать изменения в этих файлах. Zookeeper очень неплохо с этим справляется. Netflix, мы потом поговорим, сервисы типа Эврики позволяют делать подобные вещи даже еще круче. Причем интеграция со Spring'ом позволяет пробрасывать эти значения прямо в Spring путем использования value. Вот, таким образом я получаю какие-то property, настройки своего сервиса сходу, который говорит мне об environment, в котором он стартует. Эти настройки у меня есть в ClassPass, они у меня есть в тестовом ClassPass, и они у меня есть во внешней папке, я покажу, когда я буду стартовать это все там как а-ля integration test, по очереди стартовать все свои сервисы. Таким образом мой артефакт превращается в что-то, что является сервисом. Он сам в себе содержит свои базовые бутстрапные настройки, с которым я могу гонять тесты, с которым я могу запускать его там на локальном environment. Впоследствии он всегда будет искать в каком-то конвенционном месте, а-ля там etc config, там, как запрожите, да? Вот, либо на каком-то shared диске, где угодно, да? Будет искать конфиги, по которым он сам себя настроит. Вот где-то вот в этом суть сервиса. И по сути boot предоставляет более удобное средство, чем если бы вы просто джарник из какого-то embedded контейнера загружали. Многие вещи даются вам бесплатно. Вот это и все, что стоит за моей мотивацией. А теперь давайте попробуем немножечко понять. Мы хотели поговорить про автоконфигурацию и почему это не ICE, да, то есть мы увидели, вот эти штуки показались нам полезными, а теперь смотрите, я читаю документацию, я внимательно прочитал первую строку из документации по автоконфигурации. Ну, это просто про спринт. Что? Что? Вот. Отсюда можно сделать только один вывод, что Spring пытается угадать, что мы хотим. И если то, что мы хотим, это как про ведро для бритья, знаете, но лица же у всех одинаковые, это до первого бритья. То же самое, да? То есть Spring пытается определить, что мы хотим, какие мы хотим объекты. То есть, как правило, что получается? Мы подключаем какую-нибудь зависимость в свой класс-пас. Это практически самый стандартный кейс для автоконфигурации. Spring говорит, о, ребята, это у тебя Redis. Он говорит, если ты подключил Redis, значит, наверное, тебе нужен, даже не так, там какой-нибудь Spring Data Redis. Он говорит, так, наверное, тебе нужен Redis Template. Говорит, давай я создам, короче, клиента, и этого клиента оберну в Template. И создать он это попробует путем всяческих разнообразных дефолтов. Будет это работать? Как получится, да? Зачастую нет. Но это автоконфигурация, как мы с вами видели, вот эту простыночку, да? Она берется из файла с жутким названием features, по-моему. Вот. Для таких случаев я совершенно не стесняюсь
Вот. Смотреть, где же в метаинфе хранится наша информация. То есть я говорю, что у меня есть автоконфигурация. Он мне рассказывает, где она лежит и где. Я дотяну. Ну вот. Я совершенно не стесняюсь, пытаюсь вспомнить, где у меня кастомайзинг автоконфигурейшн, в котором я могу знать. Ну, то есть автоконфиг еще выведен на endpoint. Некоторые базовые, короче, из Spring Boot автоконфига, которые грузятся. Вот мы видим опять же эту простыночку. Тишина Spring Configuration Metadata. Вот это я совершенно не готов. Я себе этого не записал. И теперь я вас буду обманывать. Откуда же я взял эту простынку? А сказать ему можно, что типа вот не грузи мне это вот за. Да, мы сейчас к этому вернемся. А потом уже с одной загрузочками, да. Не совсем так. То есть все, что касается спринга, оно предполагает где-то внутри присутствующую. Что у тебя присутствует определенная черная магия, и тебе где-то как-то нужно ей управлять. То есть давайте начнем с примеров, а потом, может, я на перерыве вспомню и покажу вам, куда я запихивал свои вещи. Значит, я сказал, что я поговорю об этом потом, но вот эта штука. То есть мне не нравится, как Data Source Auto Configuration конфигурирует мои Data Source. Давайте посмотрим, что внутри. Она говорит, что если присутствует Data Source класс или присутствует... А он присутствует у меня, потому что я объявляю. Я Tomcat-овский Data Source в класс Pass себе кладу. Embedded database type не уверен. Data source properties нет. Вот этих штук нет. Но что она мне сделает? Помните, да, initializer? То есть если нет, она его создаст. Попытается из property, если я вдруг их предложил создать мне класс. Вот. Точно так же попытается вытянуть из контекста наборы property и создать их. Сейчас пытаюсь. Embedded data source. Non-embedded data source condition. Окей, то есть это не data source. В общем, короче, нас сделегируют к какому-то Data Source Builder, и что-то мы в итоге получим. А я же хочу свой Data Source, как мы видели, да. Вот, у меня есть свой Data Source Configuration, в котором я хочу, чтобы я пользовался своим собственным Configuration сервисом и вернул Data Source, заполненный датами из конфигурации. Точно так же я хочу использовать Liquibase, который при старте приложения создаст мне схему. Следующий момент, который касается сервиса, то есть сервис он у меня независим. В данном случае, если я стартую в данном случае я не выключаю Liquibase, да? Я всегда с ним стартую. У меня нет каких-то сложных кондишенов, потому что у меня типа там не data-driven подход, мне данные не очень важны. Но в... Что такое Liquibase? Liquibase и FlyawayDB, вот у меня здесь есть даже вот наклеечка такая, это два тула, которые называются DB Migration Tool. Если у вас в проекте используется реляционная база данных, то я очень призываю всех использовать эти инструменты для версионирования ваших схем. В противном случае вам будет очень сложно моделировать от продакшена, препродакшена, стейджинга и девелопмента ваши схемы. Они должны быть все консистент.
причем как минимум на уровне схем, а также, безусловно, в информацию о ваших схемах вы добавляете не только версионные схемы, но и версионность ваших словарей. 100% у вас есть какие-то жестко структурированные таблицы, в которых хранятся данные, условно называемые словарями, которые редко меняются. Допустим, типы мобильных клиентов. Допустим, поддерживаемые социальные сети. Эти штуки вы, скорее всего, будете менять редко, и они достойны того, чтобы быть записанными в вашу миграцию, как определенная ее часть. Таким образом, что вы делаете? Для развертывания на локальной машине вы фигачите свою схему, потом словари, причем инкрементально. Да, я сейчас покажу ликвибейс тоже отдельно. Хорошо, что ты напомнил. Все-таки, ну, ликвибейс не буду в сторону отошел, но, наверное, если мы говорим про продакшн, эта штука важна. После этого вы закатываете какие-то свои тестовые данные, причем они могут у вас модифицироваться в зависимости от того, какие сервисы вы гоняете, и потом вы гоняете тесты, и у вас живая база, и вы говорите 100% схема такая, как на продакшене. Это не лот-тестирование, не какое-то там перформанс, ничего. Но вы знаете, что персистент-слой работает вот, ну вот, короче, один к одному. Для этого версионность. Значит, про ликвибейс чуть позже. Давайте закончим автоконфигурацию, потом обязуюсь рассказать про... То есть я хочу использовать свой configuration service, а не отдавать на поверку конфигурацию моих сервисов. Буту. В то же время я готов отдать GPA автоконфигурейшн. В то же время я говорю ему, пожалуйста, сделай вот это, потому что я совершенно не против, что он использует совершенно базовое поведение. Он варит себе data source. GPA properties у меня нет, и он создает мне все необходимые мне объекты, начиная от Entity Manager Factory с GPA провайдером Hibernate. Стоит мне создать Entity Manager Factory, у меня автоматически включится другая автоконфигурация, которая создаст мне transaction configuration и положит transaction manager поверх этого всего и так далее. То есть сейчас мне не важно. В наших production конфигурациях, которые я не смогу показать так, но возможно смогу в личной беседе показать, у нас exclude по несколько строк. Потому что слишком кастомное поведение для большинства автоконфигураторов. И вот мой следующий слайдец. Он вот такой. То есть я с сожалением должен констатировать, что при всей своей гибкости, при замечательности подхода, за более чем 7 месяцев использования бута у нас нет ни одной подключаемой автоконфигурации. Мы используем conditional. Причем местами достаточно активно. Мы его используем в своих там библиотеках, которые мы шарим для настройки конфигурации. Но автоконфигурацию мы так и не дошли. То есть мы не нашли мест, в которые не сделал Spring для нас какую-то нужную базовую конфигурацию. И мы не нашли мест, где нам нужна такая кастомная, что ее стоит писать именно на уровне автоконфигурации. Наверное, она есть. Может, у нас не тот масштаб. А может, это правильный подход. У меня нет ответа. Но база — это та, которую я сказал. У нас есть инструментарий, у нас есть кондишеналы. И для того, чтобы это заработало, сейчас я сделаю хитрость. Я помню, что я вот эту штуку копировал. Откуда-то отсюда. Так, Google, у меня уже есть страница самая лучшая. Нет. Ах, чертяка. Сейчас, тогда посмотрю еще раз на...
не хочу вас обманывать. Значит, получается, вы пишете свой объект. Ваш объект использует какой-нибудь либо ваш кастомный conditional, либо какой-нибудь из существующих conditional. Мы видели, допустим, Hibernate GPA, автоконфигурация. Но для того, чтобы вам не мешать мух и котлет, вы можете абсолютно прозрачно, даже не делая его достижимым для вашего компонент-скана, вы можете положить его куда-нибудь в какую-нибудь шард-библиотеку, и он у вас подхватится бутовой автоконфигурацией, если вы его... Нет, это не здесь. Если вы его, собственно, в правильном месте... Кастомайзинг. К слову, как бы видите, профайлы никуда не делись, и когда мы переходим к работе с живым приложением, профайлы у нас остаются. Хорошо, ребят, я вам на перерыве поищу и покажу, где это смотреть, чтобы я вас не обманул. Я еще раз извиняюсь, совершенно я забыл записать себе пункт плана, где это было, где присутствовала именно эта часть. Теперь давайте про DB-migration. Без DB-migration, по большому счету, никакого continuous delivery. Никакого continuous delivery, и зачастую не может быть в том числе и сервиса. Вы вполне имеете право сделать так, чтобы сервис при старте проверял версию схемы с использованием DB migration, потом лез на какой-то shared ресурс за апдейтами и накатывал на схему, на которой он стартует апдейты, если это допустимо для вашего продакшена. Зачастую нет, но есть небольшая такая маленькая такая штука, которая может помочь. Если у вас используется версионность схемы, может использоваться внешняя версия вашего мигрейшена, вы генерите div в виде сиквела, его проверяет DBA, DBA накатывает его на продакшн. Вариант. Вот к этому стремимся мы. Значит, из тулов у нас есть FlyWayDB, который я рекомендую всем, у кого схема попроще, и им не нужны сложные роллбеки, контексты и так далее. Да? FlyWayDB мне больше, например, импонирует. StudyFly. FlyWayDB. И есть еще старый, добрый, известный по кровавому enterprise инструмент, который называется LiquidBay. Вот, значит, FlyWayDB позволяет... Он более ориентирован на SQL, он более tool такой convention over configuration, он простой, определенным образом заименовали свое файло, разместили его в нужном месте, и по большому счету апдейтится у вас схема. Liquibase предполагает как использование какого-то Liquibase клиента из Java приложения. Liquibase Updater подключен в boot контекст и будет стартовать при старте приложения. Вот, вместе с автоконфигурациями. Liquibase может быть сконфигурирован через SQL, через XML и, по-моему, даже сейчас есть DSL-ное подключение. Не уверен, что Groovy, надо смотреть. Вот, но в целом апдейт, rollback скрипты, транзакции, множественные схемы, контексты, в которых вы можете запускать. У нас, например, схемы отличаются для разных игр. Мы очень активно манипулируем контекстами Liquibase. Вот, поэтому это для тех, кому не повезло. Например, значит, как это выглядит, я тоже покажу. Для нас имеется в виду, да, для тех, кому еще не легализировали. В чем проблема, что вы не полезовали? Сложная схема, требуется ее менеджмент DBA-ами. В некоторых legacy сервисах присутствуют stored процедуры. Па-бам! И в них есть такая матерая бизнес-логика. У нас есть даже тесты медиум уровня, которые тестируют именно stored процедуры. Они до сих пор там валяются. Да, к сожалению. Поэтому мы юзаем MXJ и не можем позволить себе юзать, например, H2. Но там есть еще ряд вопросов. Значит, теперь давайте посмотрим. Корневой файл Liquibase изменений – это database changelog. Имеется своя DTD-шка для описания XML-схемы. Основные опорные блоки – это change-сеты. В данном случае у меня есть идентификаторы, это таблицы и данные. Автор должен быть известен.
знаете, да, для чего? Вот. Да, значит, в данном случае говорю, что, пожалуйста, накатывай апдейты в том порядке, в котором они присутствуют в моем файле, и вот путь к этим апдейтам. Вот. Можно посмотреть SQL-ку, вот, ну, немножко грязных хаков, вот, да-да-да-да-да, дальше drop table if exist, и весь, как бы, вся черная магия, да, которая может быть. Вот. И в данном случае как бы мои данные. Фикстура. Да, это фикстура для того, чтобы хотя бы тестовые запросы у меня офигачились. Те запросы, которые в медиум тесте, который мы смотрели, которые у меня работают. Медиум тест использует Liquibase для накатки моих каких-то вот этих вот схем и фикстур на локальный MySQL. Значит, что я добился таким образом, да, опять же, если говорить про сервисы, мои медиум тесты могут запускаться где угодно. То есть git клон и медиум тест — это полное тестирование API сервиса на уровне того, что он отдает другим сервисам. То есть там 70% кейсов я покрыл, там, а то и 80%. Small тесты плюс медиум тесты, они вообще не зависят от environment. Это очень быстрое тестирование. Локальная машина, continuous integration, где угодно. Ни от чего не завишу. Никакие не агенты, не упавшие какие-то там environment, недоступные там MySQL вместе с Couchbase. Мне ничего не могу. У меня тесты покажут, как работает мой сервис в изоляции. Давайте немножечко дальше. Возвращаемся к тестированию. Значит, мы обсудили, что в принципе мы пользуемся тремя уровнями тестирования, да, то есть у нас есть малые тесты, зачастую вы видели, например, замоканный тест сервиса. Я люблю такое: тест на поведение плюс тест на состояние. Я тестирую API, тестирую крайние случаи. С помощью рулов смотрю, правильно ли у меня, вплоть до сообщения об ошибке, правильно ли у меня исключение, правильно ли в этих исключениях у меня root cause и тому подобное. Значит, следующий вид тестов, который может размещаться как на уровне small тестов, так и по причине своей тяжеловесности переходить на уровень medium тестов, это тесты с использованием application context. Что я могу тестировать в таких тестах, к примеру? То есть уже последовательность количества вызовов чего-то. Насколько, ну, тот же verify, который ты вызываешь, да? Если там можно протестировать уже чуть больше, подробно, насколько взаимодействие ближе к реальному. Возможно, возможно. Но, наверное, это не самый канонический кейс. Я попробую скинуть пример, который проще. Смотрите, кто пользовался такой штукой, которая называется Application Context Event Spring? Окей. Значит, кто знает две главные проблемы software engineering? Их две, да, на самом деле это правда. Первая — это evicting cache, а вторая — naming things. Да, то есть если с второй в Java у нас проблем не особо много, мы можем 50-значное имя класса, и никто нас ругать не будет, скажут тоже только, что мы настоящие enterprise-разработчики, вот, то первая часть вызывает определенные проблемы. Да? У Тараса классный доклад, мне очень нравится, про Hazelcast. Он в целом говорит о том, что кэш нужен всем, давно, зачастую он должен быть распределенным и так далее. Но бывают разные штучки-дрючки. Либо у вас не распределенный кэш, а кэш per instance. Либо у вас что-то кэшируется не в кэше, а, условно говоря, в самом приложении. Такое бывает. То есть кэш не как какое-то хранилище в памяти, либо у вас сложная синхронизация, например, с, не дай бог, с распределенными транзакциями и так далее, и так далее, и так далее. Масса проблем, да? Вы можете построить Application Context Listener в своем приложении спринговом, да? И он будет слушать там cache evict event. А cache evict event будет посылать кто-то, кто слушает
не знаю, внешний эндпоинт, все что угодно. Да? Таким образом, вы можете в приложении сбрасывать кэш по Jmux, например, если вдруг надо. Да? Вот. К этому тоже перейдем. Как проверить application event, кроме как поднятием контекста? Совершенно верно, никак. Поэтому получается небольшие, маленькие тесты с поднятием контекста, которые зачастую могут даже попасть в small, они идут еще вот. Вот. Это тесты с context configuration. Не стесняемся их использовать. Главное, пытаемся понять, что вот мы четко контролируем, и мы четко знаем, что мы используем. Коллеги, сколько стоит говорить про Spring Test MVC? Насколько интересно? Или уже все давно известно, и я буду только капитанские вещи рассказывать? Не, давай. Хорошо, давайте пробуем. Значит, давным-давно, когда Земля была горячим раскаленным шаром, вот, у нас не было возможности совершенно никак тестировать наши контроллеры. В контроллерах спринговых нам необходимо протестировать ряд вещей. Первое, это поскольку хендлер, да, раньше мы писали явный хендлер, да, теперь у нас просто есть метод, который завешен на request mapping, и он выступает в роли хендлера путем разных оберток. Если я слишком много или слишком абстрактно говорю про Spring или что-то непонятно, лучше задавайте вопросы. Дальше будет только хуже, я обещаю. Серьезно. Вот, поэтому вот один метод контроллера, по сути, хендлит какой-то request. У нас есть маппинг. У нас есть маппинг, у нас есть params. Вот, у нас есть метод, совершенно верно. У нас есть accept. Ну, Response-то немножко другое дело, там получается, оно ищет response, который можно было бы сконвертировать в тот accept, который у тебя указан. И там уже всякие conversational services используются и так далее. Не хотел бы сейчас тоже на этом заострять внимание. Если кто-то хочет об этом поговорить, это может быть. Это совершенно отдельный разговор, HTTP метод, конвертеры, разные версии Джексона, которые они в какой-то момент решили поменять при переходе со Spring 3.1 на 3.2. Эти проблемы знают все. Все, кто мигрировал по очереди Spring, они знают, что это очень болезненно. Поэтому, как это протестировать? То есть, я ничего не хочу. Я хочу знать, что у меня контроллер замапился на определенный адрес, да, после моего контекста, эндпоинта, что я правильно настроил параметры, что то, что я посылаю, это именно то, что я ожидаю. Дальше, что тип метода совпадает у меня на случай, если я пользуюсь RESTful каким-то. Что, в принципе, конвертация и данные, которые выходят на выходе, хотя бы примерно напоминают то, что я бы хотел получить. Тестировалось подделками, тестировалось сложно, тестировалось долго. Пока наш любимый Стоянчев, наш MVC, как бы Project Lead, не создал Spring Test MVC. Spring Test MVC позволяет нам пользоваться mock MVC application. Давайте найдем все контроллер-тесты у меня. Ну вот у меня to-do контроллер, пожалуй, самый пальцатый, вот его тест так выглядит. Значит, обращаю внимание, да, в данном случае, если вы видите, у меня этот тест особенен тем, что он не является тестом, который поднимает спринговый контекст явно. Я не передаю здесь ни единого разрыва, ни единой спринговой конфигурации здесь вы не увидите. Мне нужен Makita обязательно, потому что я не хочу тестировать сервисы, которые вызываются в моих хендлерах, я не хочу с ними иметь дело, я хочу проверить правильное поведение и подсунуть им вопрос-ответ нужный. А дальше я говорю, у меня есть инструмент, который называется Mock MVC Builder, я ему говорю, создай мне стендалон сетап для вот такого контроллера.
Это просто контроллер. Если вы обратили внимание, как бы он даже сам его проинициализирует корректно. Ну, это сначала Makita, а потом его заберет MockMVC. А дальше у меня используется стандартный билдер, которому я говорю build. Из няшек у меня здесь есть масса всего. Add interceptors, add mapping interceptors, playholder value, async request timeout, conversion service, если нужно, да, для single контроллера зафигачили свой conversion service, exception handlers, locale resolvers, message converters, мы про них только что говорили. А чогось є, ну, наприклад, десь якийсь клас там замапаний анотацією controller advice, ну, exception handler, то як ви його тут засетапуєте? Ну, контроллер advice розпространяється на всі контроллери. Ну, так, але ж воно частина такої логіки, наприклад, там десь, якщо десь якийсь exception кидається, то handler його exception handler, ну, саме з controller advice. Совершенно верно. Сейчас я покажу. Ну, я просто знаю, что там проблема это была. Проблема эта была очень серьезная. И я даже больше скажу. Я специально для этой проблемы списал тест, который не стендалон сетап поднимает, а веб application контекст полностью. И тестировал с применением тулов, которые перехватывают ауты. Я читал фактически описание эроров в логе. Потому что вместо хендлинга эрора и проброса эксепшена, у меня был эксепшен, что не найден эксепшен хендлер. Это известный факт, да. Такой себе production exception. Я могу здесь только поставить handle exception resolver'ов, и если у меня на уровне controller advice нет делегации, а просто есть метод, то, к сожалению, ничего не получится. Что здесь самое интересное? Здесь можно использовать view resolver на случай, если вы тестируете что-то, что отдается не в message body. Если вы все-таки рендерите какую-то вьюшку, вы можете протестировать свой view resolver. Сейчас на кону, господи. Самый популярный известный это вот этот Time Leaf, лист Тимьяна. Классная штука, экспериментировал на пэт-проектах, нравится, но мы сейчас не рендерим вьюшек, поэтому нас попустило. Также, что вы можете тестировать, вы можете подбросить свои security, свои фильтры для того, чтобы тестировать security. И, как мы знаем, у Spring Security теперь есть тоже свой обвес, который позволит вам дами security объекты подбрасывать для того, чтобы тестировать ваши secured аннотации и аннотации, которые будут вычислять Spring Expression на основании каких-то данных пользователя. Эта штука тоже, как правило, тестируется здесь. Раз вы тестируете, допустим, у вас security на уровне контроллера, не забудьте здесь припилить свой фильтр. Значит, как бы за сим по базе все, дальше ничего космического не происходит, кроме того, что я создаю себе фикстуру, говорю сервису, что ему отвечать, а потом говорю в стиле билдера MockMVC perform вот такой get метод, вот, ожидай контент application JSON типа. И в данном случае я использую JSON pass для того, чтобы распарсить JSON, который мне приходит, и понять, что его output действительно такой, как мне нужен. Вот. Также я проверяю, что все-таки был вызван сервис с такой сигнатурой. Ну и в данном случае у меня, поскольку я не хочу возвращать... Поскольку в случае, если пользователь не найден, да, я решил, что я буду возвращать не 500-ю ошибку, что было бы где-то логично, потому что у меня внутри, если вы помните, бросается exception. Если юзер не найден, это 404? Ну, если restful, то так, то entity не найден, тогда 404 можно, а если не restful, то уже это DSL. О, наконец-то! Очень правильное замечание, да? Это вообще никак не restful API. Это просто мой API. И вот мы приходим к решениям, которые мы должны принимать. Если это RESTful, то, наверное, его даже не надо через Spring MVC. Это пусть будет либо какой-то Jersey, накрученный в Spring, либо HateOS.
Ну так, Spring Hat у вас был в Valve, Spring MVC. Да. За MVC там взагалі? Вот. Но я для себя сказал, что все клиенты моего сервиса, которые обращаются с User ID, он, во-первых, обязан быть не null, я это говорил, это мой такой контракт, но в то же время я говорю, что я верну вам 400, если такого пользователя нет. Именно 400. Не 404, допустим, not found, а 400, потому что это bad request. Не спрашивайте у меня про пользователей, которых нет. Но, опять же, если говорить про RESTful, это некорректно. Для RPC запроса мы видели, у меня возвращается User Service Exception. Not found. Так. Окей, давайте запустим, посмотрим, насколько он быстрый или легкий. Тупо все, да? Вот. Ну, то есть, практически вообще ни времени он не занимает. На всякий случай, видите, я себе дебажную информацию заголовочков я себе вывожу всегда через always do. Можете как бы через always do, например, там always expect какой-то подбросить и так далее. То есть, если посмотреть API-ки, то вы сможете очень легко себе такие какие-то базовые штуки выносить, чтобы тесты были короче. Ну же что не говори, а код, а тесты, как правило, в два раза длиннее. Простыночки устают. И особо их не зарефакторишь, потому что потом непонятно, какой порядок проверок. Поэтому пользуйтесь где-то фикстурками и API для этого. Вот. Мы говорили по поводу контроллера девайса. Очень правильное замечание. Это проблема. Это проблема, особенно когда контроллер Advice используется активно, в нем много общей логики. Это для приложений, у которых много контроллеров. Там был workaround, я тут работал, а вы кикаешься. Нет, самый простой workaround я тебе сейчас могу назвать, в итоге к которому мы пришли. Мы избавились от контроллера Advice, и мы перенесли exception handler в каждый контроллер отдельно. Потому что, как оказалось, он хендлил одни и те же exception. Можно сделать base controller, там идти все exception handler, там и пак. Оказалось все даже еще проще. У нас получается, каждый контроллер отвечал фактически за endpoint определенного сервиса и окружал exception этого сервиса. И получается, в этом контроллере был хендл только exception этого сервиса. Все. Где-то мы на этом закончили. То есть это типа было не реиспользуемое поведение. Кто-то в какой-то момент попытался сделать типа умно, да, и вынес это в контроллер Advice. А потом оказалось, что, к сожалению, это нельзя в стендалон сетапе тестировать. Вот. Пришлось писать отдельно тесты, которые поднимают полностью Web Application Context. Делается для тех, кому будет интересно, да, для тех, кто будет... А какие-то контексты подкидают, типа пасти, что же Вот. Web Application Context, который требует передать нам Web Application Context объект. Web Application Context, для того, чтобы его получить, надо... Нет, не Web App Configuration, это немножко не то. Да, обязательно. Вот я ждал этого замечания. То есть мы добавляем runner, потому что мы подключаем MVC контекст, мы варим для себя Web Application контекст, где конфигурация всех контроллеров, и там мы можем тестировать уже контроллер Advice и в хвост, и в гриву, да. Но, как показал опыт, тоже Advice оказались палкой двух концов. Мы возьмем типа диспатчер с рулета, вот этот конфигурейшн для MVC layer, там типа. А вот где мы ничего не можем, а уже здесь автовайд. Да, в таком случае мы можем использовать живые сервисы. Кроме того, мы можем перегрузить контекст и сказать, отрезать сервисный слой и там сделать моки. Все зависит от того, как у нас гранулированы контексты. Как правило, для Web Application тестов я отрезаю и тоже делаю моки. Я не хочу persistence тестировать, я в нем уверен.
на этом уровне. Але тоді він виходить не, ну, типу, не MVC, а якийсь integration між всіма леєрами. Не совсем, он только MVC витаскивает на самом деле. Але він йде аж до мока там persistent layer якогось. Так здесь, а здесь я йду до мока сервіса, і там я мок сервісом отрізаю. Я можу на основі цих тестів делать integration. Это лукбэк. Причем он предоставляет очень красивенькие темплейты. Вот. Он предоставляет шикарненькие такие темплейты, например, да, причем он сам использует систем плейсхолдеры, когда вам они понадобятся и так далее. Я их не использую, то есть мой локбэк выглядит не так лаконично, я бы сказал. Я не скажу, что менее красиво, но, пожалуй, где-то не так лаконично. То есть банальщина, да, в данном случае у меня консоль файл, GMX конфигуратор на всякий случай, хотя, как правило, на проде мы этого не делаем, да. Вот. Файлами сейчас пользуются в основном на стейджинг-системах. Я думаю, что вы понимаете, продакшн, конечно, нужно в какую-то big data логи сливать, в противном случае вы как бы потерялись. То есть зачастую логи в файл включаются в случае, если вы уже видите какие-то, наблюдаете проблемы. Да? Причем это могут всякие watchdog'и делать за вас руками. А куда ну, у вас на продакшн, куда, ну, там назва сервиса, чи у вас что-то кастом? Ну, Log4j первой версии, логи у нас автоматически через Logstash и Kibana фигачатся в ходу, оттуда в сторону. Причем посередине еще и Exception Analyzer подгребает Exception, то есть где-то так. У нас просто несколько отдельных департаментов, которые заведуют BI-ем и аналитикой продакшена, потому что, как есть группа людей, которая пишет фичи, и у нас есть по составу, по количеству, по опыту не меньшая группа людей, которые пытаются понять, что делают пользователи на продакшене. По-другому никак. Чтобы зарабатывать бабки, нужно это понимать. То есть мы представляем, что они берут планшетик, короче, и играют в игру. Да, но как это на уровне какого-то футпринта, сервисов и всего остального делается, это совершенно непонятно. Поэтому у нас есть отдельные требования для BI, и они достаточно бывают тяжелые. Они даже требуют делать рефакторинга фич, чтобы более гранулированную BI-информацию сливать BI. В противном случае мы не можем рыночную информацию анализировать. То есть BI анализирует и делает отчеты для менеджмента маркетинга. Вот, для наших же локальных целей логи фигачатся в файл, файлы мы читаем, грепаем, анализируем, у QA куча всяких лулзов с питон скриптами, с веб-формами, которым скармливаются эти логи, в которых они потом по ключевым словам могут искать какие-то свои вещички, потому что там сотни, десятки мегабайт логов могут любого заставить понервничать, когда ищешь что-то. Но для какой-то локальной системы схемы вот это меня вполне устраивает. Значит, чем хорош логбэк? Да, он сам прочитает, что я говорю scan configuration, и что я говорю каждые 30 секунд, пожалуйста, меняй мне конфигурацию. Если у кого-нибудь потом, я смотрю, мы по времени уже очень плотно, если у кого-нибудь потом возникнут вопросы, могу короткую демку сделать, он таки да, меняет конфигурацию. Я могу не включать, допустим, файл Appender, потом в какой-то момент его включить, и он его подхватит. Это работает, могу уровень поменять логов. Меняешь через GMX, да? Нет, через файл. Через файловую систему могу. Ага. Через GMX поменять уровень, могу через GMX дернуть, поменять. Я сейчас просто буду показывать JConsole, JVisual, VM и YourKit, и там мы посмотрим, что и как на самом деле, да? Вот. То есть нам нужно решить проблему с логами нашего приложения, и вот так вот мы ее решаем. О чем дальше? О чем дальше мне бы хотелось сказать?
Вы запустили ваши сервисы, они у вас работают, но призывают делать ретроспективный анализ, что же у вас запаковано в вашем артефакте. Spring, он такой умный, что иногда без тяжелых наркотиков не разобраться, что происходит внутри. Поэтому я предлагаю нам просто посмотреть до того, как мы перейдем на подключение к виртуальной машинке, разобраться просто в некоторых вещах, а именно. Давайте зайдем и посмотрим, сколько весят наши артефакты. Ну, то есть, вы видели сервис с одним сервисом и одним контроллером. Итого, па-бам, 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 174 мегабайта. Красавица. Автоконфигурация для наших сил. Не только. Значит, как бы вопрос, да. Да нет, embedded в тестовом контексте лежит, ребят. Embedded в тестовом контексте лежит, это тестовая зависимость. Ну, давайте попробуем, что тут есть, я не знаю. Ну так, классики, это то, что Бут мне положил, да? Вот, и давайте смотреть, что он мне насовал. Нормальненько, да? Ну давайте так, User Service Common, это моя зависимость, в ней мои коммоны, я без нее жить не могу, то есть. Ладно, фиг с тобой. Spring Web MVC, наверное, тоже не могу выпинуть. Spring Core, Spring Web, AOB, Aspects, Context. Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Теперь стартеры. Data GPA. Ну, Data GPA я юзаю, без стартера оно мне не поднимет. Бутстрапом все. Spring Boot Starter Web. Без него никак. Актуатор, поговорим позже. Starter AOB. Вопрос. В данном случае я не уверен, что я настолько экстенсивно юзаю AOP, что мне нужен стартер AOP. Если это не поддержка именно AOP-стайл аннотаций, то, возможно, я могу от нее отказаться. Поэтому вот, по крайней мере, первый момент, который здесь может быть лишним. Поехали дальше. Spring Boot Docs. Ни хрена не знаю, что это такое. Наверное, можно выкинуть. Нет, на самом деле знаю, но это на заметку юным суркам. Liquibase Core. Не могу. Resin Hessian не могу. Command Land Collection, MySQL Connector, Hiber, Spring ORM. Наверное. Query DSL Core GPA не могу. А вот то, что вы говорили, совершенно верно. Профигачили. Я не использую embedded хранилище, но у меня MySQL Connector MXJ и DB Files, он у меня присутствует в этом контексте. То есть, вот моя ошибочка. Мне на продакшене, в артефакте, в джарнике мне это не нужно. То есть, наверное, как-то нужно перенастроить приложение. То ли перепаковывать его, то ли подумать над тем, чтобы прибивать эти артефакты. То ли создать свой какой-то скоп, который будет только в интеграционных тестах их подгружать. Но, как минимум, вот мы нашли один косяк. Многовато. А если зробити dependency scope для тестів, тільки вона далі буде в цьому зібрана? Як випадає, так? Там у Gradle есть проблемы со скоупами типа provided, да, я думаю, что почитайте, кому будет интересно. Его нужно создавать и подкидывать в lifecycle Java плагина в определенном месте. Но это, опять же, это решаемый вопрос. Вы можете выбрать, который вам нужен, создать provided любого уровня и провайдить этот артефакт на уровне вашего теста. Вот. Вопрос только такой, что тогда, возможно, при сборке у вас будут какие-то вопросы. Я пошел простым путем, мне 170 метров, хоть 250. Вот. Сам стартер, стартер GDBC, bootloader, bootloader tools, автоконфигур, актуатор. Так, MySema понятно. Java Assist, это Хиберу нужно. Snake, YAML, подозреваю, это спринговая зависимость. GSL over SL4G, спринговая зависимость. Tomcat, GDBC, мое. Aspect, GRT.
Что ты хочешь донести? Что ты хочешь все залежности? Я хочу сказать, что да, перед деплоем на продакшн посмотрите, что попадает непосредственно в артефакт. Потому что мне казалось, что я внимательно посмотрел, но вы видите, как минимум есть ряд вещей, которые я пропустил. У меня пролез Spring Docs, который на продакшене совершенно не нужен, но нужен был мне для того, чтобы показывать вам приложение, смотреть всяческие штуки. У меня пролез MySQL, MXJ и так далее. То есть я считал себя более-менее дисциплинированным, но этот джар не достоин продакшена. А що у нас, наприклад, вже є готовий, ну, там, девелопер, спринт, третій аплікейшн, який збирається мевеном в варку, ну, і деплоїться на Tomcat, і тут ми прийшли, хочемо попробувати boot. Як це зробити так, щоб меншою кров'ю? Тобто у нас спринт піднімається, ну, там, лісенером, диспатчер з сервлетом і так далі, конфігурація там, в XML-ках, наприклад, так, і воно все пакується в арку, і ну, щасливо працює. Тут ми захотіли перейти на boot. Є спосіб, щоб це так зробити меншою кров'ю, чи як? На самом деле маса, короче, штуцик, собственно, рекомендованих в тому числі і спрингом, як мігрируватися стандартного Spring MVC на boot приложення, да? Самая, пожалуй, сложная штука – это то, что вам придется проапдейтить версии спринга и бута. Ну, в смысле спринга, потому что бут от него зависит. Если вы безболезненно внутри, а есть косяки, я уже говорил, от версии Джексонов до массы, можете это сделать, проблем никаких. Кроме того, например, наш продакшн на 6-й джаве. Давайте так. Меня зовут Алексей, и я алкоголик. У кого еще продакшн на 6-й джаве? Вот. Мы сейчас, это было так, когда появилась 7-я Java, постоянно говорили, типа, она еще не зрелая, а потом уже поздно, уже будем на 8-ю переходить. А теперь уже, в принципе, отговорок не осталось, и все новые сервисы у нас стартуют на 8-й Java. Но это 5-7%, это вот от сервиса. Что? Вот. А как вы знаете или не знаете, сейчас почти все спринговые продукты поддерживаются в двух бранчах. Версия, которая для 8-й Java собрана, и версия, которая с поддержкой старых версий. И старые, они в JA-ке остаются и остаются. То есть есть Spring 1.1.8, и этот бранч остается для тех, кому не повезло. Есть 1.2.1, и он будет идти дальше. То же самое со спрингом. То есть есть 4.1.4, а есть 4.0 сколько-то, который будет поддерживать все старье, которое есть. Поэтому вот это, пожалуй, ваша проблема. Как смигрировать? Там есть масса путей, надо выбрать для себя один. Вы строите свой application, туда аккуратненько импортируете все свои контексты, пусть будут XML-ные, пофиг, и стартуете через Bootstrap класс свое приложение вместо var контейнера. А вот тут треба, как бы сказали, структуру аппликейшена полностью переробити в підбут. Не можна взяти там стандартний там сервлет контейнера, не знаю, аппликейшен, перевести його, щоб він стартував під спринг-бутом. Тут, мабуть, один нюанс здається, що а нафіга? Тут ну, йде нюанс, що там мікросервіси і розбити, а в тебе суцільний моноліт, чи є сенс? Є такий момент. Якщо вдруг захочеться змінити формат, да, то, наверное, архитектуру менять надо не особо. Я честно скажу, там, скорее всего, можно минимальными изменениями обойтись. Мне кажется, что, возможно, в WebXML может быть проблемой, но в целом я не вижу проблем. По сути, у вас оборачивается, и то, что вы раньше деплоили, сворачивали в VAR, а потом разворачивали в контейнере, у вас сворачивается в JAR, и в контейнере потом не разворачивается. Все, потому что оно там есть сразу, как внутри одного JAR. Все. Можно хранить? Яка тут прив'язка варка мікросервіс і бут мікросервіс? Що мікросервіс може варки? Ні, питання не в тому. Питання в тому, що, ну, якщо я прямо зрозумів, що у вас була до того варка, яка була монолітна, і потім переводити її на не роблячи з неї мікросервіс і розбивати, змінювати архітектуру, переводити просто ту саму варку на бут. І в мене є типу варка, яка піднімається бутом. Це той самий мікросервіс, все те саме, тільки от це не мікросервіс. Ребят, я предлагаю в кулуарах обсудить. На самом деле мікросервіс — это, опять же, это два аспекта. Во-первых, это скоп задач, который он реализует. Это как это low coupling, high cohesion между классами, да? Это одна сторона. И вторая, как мы уже говорили, микросервисы ориентированы на continuous delivery, поэтому микросервис должен быть вещью в себе.
во многих вещах. То есть он должен ложиться на конвейер нашего continuous delivery, доходить до конца, где мы говорим, build подписан, все офигенно. Вот. Я предлагаю сделать, наверное, перерывчик до того, как мы начнем играться с J-консолью, J-Visual VM, Yorkit'ом обзорить. Что мы увидели? Да, мы увидели ряд вещей. Boot в общем, о том, как можно очень легко попасть с автоконфигурацией. Важно четко понимать, что в каждой конкретной автоконфигурации делается. Да? Если вы подключаете какие-то модули, посмотреть, что у вас в итоге собралось как бы в эту джарку, посмотреть конфигурацию. Вот мне, кстати, абсолютно дельное замечание сделали, почему у меня три конфигурации под каждый сервис. Фактически логи. Потом конфигурация application boot и конфигурация типа каких-то там настроек приложения где-то в общем. На самом деле, кстати, очень правильное замечание. И по-хорошему говоря, такой самый-самый-самый классный вариант был бы это все сделать вместе. Я это разнес по той причине, что мне было логически так просто, да. Я не хотел мешать контекст, в котором стартует приложение, с адресом соседнего сервиса. Но по большому счету, если говорить про кластерную конфигурацию, это ничем не отличается, поэтому вам ничего не мешает добавить эти property, вот, допустим, в какой-то application properties, они станут достоянием environment и работать вам с environment. Можно было бы зарефакторить аппликуху, если было бы у нас там дополнительных 15 минут. Теперь про логи, да. Логи скажут вам много, если вы корректно внутри их написали. Но мы сегодня говорим больше о буте и о продакшене, чем о правильности написания логов. Поэтому, если вы все-таки сделали все, что от вас зависит, чтобы с логами было все более-менее, что-то вы в этих логах увидите. Но, скорее всего, этого будет недостаточно. Этого будет недостаточно для того, чтобы понять, какая фиговая фигня происходит с моим приложением на продакшене. И кроме того, прагматичный человек начинает смотреть за своим приложением много раньше продакшена. И мы с вами попробуем это сделать. Значит, один из способов это, собственно, GMX, старый добрый. Мы вывели, вы видели, да, в строке запуска разрешили инсекьюрный внешний коннект GMX там по определенному порту. Вот даже мне локальные процессы J-консоль показала. Попробуем. Вот у меня есть, допустим, user service. И, как вам видно, сразу первый такой момент. Да? То есть он говорит не о том, что мой сервис... Плохо видно, да, но я немножко проговорю тогда словами. Он говорит о том, что, во-первых, у меня где-то 13 тысяч классов, 14 даже, как бы, да? Это к вопросу, проверьте, пожалуйста, свои джарники, нужно ли мне столько, да? CP usage приятно, что 30 тредов у меня держится на этом приложении, ну, наверное, ему столько нужно, но... В любом случае, эти вещи тоже стоит контролировать, откуда там 30 тредов, для чего они держатся, да. То есть, наверное, определенное количество тредов это database плюс 100%, надо посмотреть, сколько там зарезервировано. Там, скорее всего, fixed pool используется и так далее. Поэтому на эти вещи вы тоже обращайте внимание, думаю, что они вам пригодятся. Ну и, как бы, вот это вот, мягко говоря, J-консоль. Заявляет, что мое приложение откушивает 480 мегабайт хип. Но, вот, но мы должны помнить, что я-то запускал без всяких XMX. Поэтому, скорее всего, наверное, реально используемой памяти поменьше. Дальше. Количество классов, наверное, говорит нам о том, что если у нас не Java 8, нам нужно помнить про permgen. Boot содержит, и любое спринт-приложение содержит такое количество джарников, что мы легко можем в любой момент отвалиться спрингеном, если он дефолтный. Не забывайте, эти штуки пропорциональны размеру памяти машинки, да? И поэтому, если вдруг по какой-то причине какая-то из машин у вас окажется слабее на продакшене, вы можете попасть, вы можете получить спринген. Опять же, не все на 8-й Java на проде, это факт.
Мы с этим живем. Вот, подвигаемся дальше. Я думаю, что вот, собственно, у меня есть heap memory usage, я даже могу сказать, в данном случае там, хочу survival space, 22 мегабайта. Что это мне говорит? Много, мало? В сравнении с чем? Более-менее. Давайте Eden. Eden 281 мегабайт. Ну, для 13 тысяч классов, наверное, можно с этим жить. Что с Olden? Old 182 мегабайта use. Ну, как-то всего. Учитывая какие-то контексты, которые там хранятся. Да, чего только нет. Треды. Вот пик, вот сейчас два треда, классы, да. Окей, а дальше mbeans, уже говорили про это, то есть у меня есть... К сожалению, не могу я вам это увеличить. Вот, значит, у меня получается есть AppDynamics Service Manager, потому что я с AppDynamics агентом стартовал. У меня есть Logback, как вы правильно заметили, в котором я могу менять настройки Logback совершенно верно. Вот у меня есть операции get log level, set log level, reload by file name, reload by URL, в том числе и заменять контекст, да, пользоваться этим. Вот. И у меня есть бутовые эндпоинты, которые бут мне вываливает. Которые бут-актуатор вываливает мне в GMX. Мы сейчас посмотрим эти же метрики на вебе, там они просто красивше выглядят, и нам не надо будет совершенно ничего для этого делать. Значит, вот это один из тривиальных способов, это J-консоль. Достаточно по-спартански это все выглядит. Ну, еще у нас есть, как он, JVisualVM, да? Ну, это чуток такая более напаленная штука, значит, что она мне дает? Applications. Bootloader, Launcher. Вот сказала бы, какой из них какой, да? Unfixed, тебе золотая рыбка. User application. Опа, угадали, да? Хорошо, значит, что тут у нас есть? Монитор. Что-то я это больше сейчас сделаю. То есть здесь уже видно, что у нас куча потоков это именно daemon threads, которые там чего-то постоянно колбасят. Говорит о том, что size max, а используем мы 523 уже, да, вот, тут можно heap dump какой-то вывести, опять же, вот наши потоки с информацией, сэмплеры, то есть здесь мы можем говорить о чем, в целом, допустим, смотреть, сколько мы, какой у нас footprint по памяти, да, оперативной, смотреть, чтобы какие-то вещи явно не были перекошены, да, например, там подгрузили больше, то есть про первый ген я сказал. В то же время, конечно, смотреть memory leaky, да, по хипу, сколько он у нас утекает. Кроме того, вот здесь мы можем смотреть, какой примерно может быть футпринт по памяти приложения. Достаточный, либо можно его уменьшить. На самом деле никто нам не запрещает, это же микросервисы. Давайте сделаем в каких-то границах, допустим, там хип, минимальный, максимальный размер хипа, с которым мы его стартуем. Поэтому посмотрели. Даже есть тут какой-то профайлер. Я даже не хочу его включать. Вот. Штука, которую я больше люблю. Вот у меня есть такой YourKit. Платный? Какую лицензию? Триал. Вечный? А ты что, он вечный на самом деле? Ты что, не знал? Ты каждый раз говоришь, please extend my trial, и они тебе его экстендят. Нет, еще раз, это не корпоративный лэптоп. Я единственный маковод на всю свою серверную команду, короче, Playtika. Поэтому у меня вообще нет никакой софты проплаченной корпорации. На линовках, которые у нас раздают девелоперам, есть все, в том числе и купленный YourKit. YourKit офигенный, то у них один недолик, він дурак. У них всіх Windows та домата.
Нет, не совсем так. Уже не у всех Windows. У некоторых терплячка закончилась. И они вернулись на старую добрую Ubuntu. Ну, я бы тоже на Ubuntu сидел. Я перешел на Mac, поскольку у меня была менеджерская должность, и мне надо было постоянно в Outlook писать письма с вордовыми экселевскими документами. Я задолбался заниматься сексом с Ubuntu, короче, с этими OpenOffice'ами и так далее, и перелез на Mac, где у меня была та же консоль, но нормальный Outlook. И с тех пор я с него не слезаю, прошло уже 5 лет. Так, давайте смотреть. Значит, to-do service, user service, чего-нибудь. Вот аккаунт сервис. Окей. Поехали. Значит, смотрите, в данном случае мы подключились в так называемом attach моде, то есть мы агента YourKit при запуске не стартовали, но мы можем этого сделать. Да? В данном случае роль агента у меня сейчас играет AppDynamics для того, чтобы в AppDynamics контроллер статистику подбрасывать, чтобы потом можно было увидеть транзакции. Вот, давайте посмотрим память. Да, мне было интересно все-таки, что же у нас с памятью. Вам ни хрена не видно? Более-менее? Вот мне, например, видно, что вот у меня в heap memory allocated all pools намного больше, чем по большому счету пулзы у меня по очереди занимают. Поэтому где-то я мог бы все-таки немножко меньше памяти вот, пользоваться. Вот у меня ident 492 мегабайта, а survival и old gen, соответственно, 47 и 19. То есть, наверное, я могу очень серьезно придавить. Вот. Garbage collection, мониторы, эксепшены в том числе, вместе со всеми. Какой-нибудь эксепшен сгенерим, а? Сейчас. Some profiling capabilities are not available in attach mode. It could be. Is not available. Слушай, блин, это я вас обманул. Вот. Но еще раз, тулзня офигенная, тут я с Тарасом согласен. Две предыдущие совершенно никакого сравнения с ней не идут, но она стоит как бы много денег. Можно поиграться в игры с Триалом, но я в основном это делаю, чтобы вам сейчас вот это здесь показывать. Как правило, я беру машину друга и на ней делаю профайлинг, если мне нужно какие-то рабочие вопросы решать. Опять же, то есть garbage collection тоже обязательно не забываем, если есть, вдруг смотрим, чего там мы забыли, поигрались, может быть, с настройками, профайлами, посмотрели, что у нас что-то ликает. Как обычно, оно выходит, что наибольшая проблема – это IO. То есть, если действительно уже жмет, что надо идти смотреть сюда. У нас были проблемы, связанные, ну как это, производная от I.O. У нас были проблемы, что в какой-то момент нас не устроил пул. Нас не устроил connection pool. И мы имели серьезные проблемы по сервису. Предполагали, что это является memory leak'ом. Но в итоге мы выяснили, что версия пула connection, GDBC-шного, имела ряд проблем, и через нее утекала память в нашем этом году. Таким образом, мы, собственно, перешли на другого вендора и фиксанули проблему. Гладкими шелками стали. Ну, да. Вот. Также, какую проблему поймали именно вот таким способом, ну, конечно, классический кэшевикт. Мы выяснили, что у нас данные не кэшируются. То есть мы заподозрили это в профайлере, потом сделали явный тест, в котором кэш-статистику вывели на метрики. Метрики мы сейчас с вами посмотрим. Так, с этим я думаю, что все более-менее. Давайте вкусненькое, правильно? Вот. Давайте, да. Давай, а то же, я думаю, нет повода включить идейку. Потому что у меня практически больше в идейке уже нечего показывать. Здесь, по-моему, звездочки уже не надо вводить, по-моему, мы так понимаем. Да я старый уже. Заклипся? Я не привыкну никогда.
я из Eclipse в том числе. Окей, ну вот есть как бы моя спецификация. By the way, опять же, в мануале много ништяков написано. Сам Spring для тестов себя же рекомендует использовать Spock для того, чтобы сразу высокоуровневые кейсы тестировать. Вот. Ну, собственно, я так и сделал, но опять же, из меня паршивенький груишный программист, я только учусь. Я все никак не мог нормально конкуренции в Java выучить, это же грубо пора учить. Который уже пора не учить. Так скоро взагалі в них проблемка, что Pivotal відмовляється від саппорту Groovy, Grails и все решту няшек. Они найдут другого спонсора. Этот тест намного быстрее Medium теста, понимаете почему, да? Потому что environment уже есть, он сделал два раза запроса и все. Это такой как бы обманчивая деталь этих тестов. На самом деле у меня практически нет проверок. Я стукнул средний endpoint и все, да. По-хорошему, в таких тестах зачастую присутствует элемент трейсинга. Я, как правило, хочу, чтобы посредники тоже отвечали на мои запросы. Либо мне требуется тестировать только часть какого-то кейса, и фикстуры намного больше. В данном случае фикстуры нет, поэтому он такой быстрый. Сервисы уже подняты, фикстуры нет. Вот. Был бы это какой-то более-менее живой, там только один логин пользователя, выработка какой-то сессии, подготовка там каких-то фейковых записей где-то в базах и кэшах, заняло бы у меня там 2,5, там 5-7 минут. С сухой и заливом артефактом. А как вы себе на проекте реальный момент, что цей стан, что для какого-то теста треба там початковый стан на application, не знаю, юзер уже існував, да, и пізніше я гранається якийсь тест. У нас очень большая библиотека, так называемая Integration Utils, и там есть свой артефакт фикстуры, и в фикстурах на грувишном DSL написано создание уже практически всех фикстур, которые инфракоманде могут быть нужны. То есть там типа create user, end login, for platform и так далее. А там уже идет черная магия, используются служебные эндпоинты, короче, всех сервисов для всех этих штук. То есть, соответственно, с одной стороны мы используем служебные эндпоинты, то есть это не полная имитация юзера, это имитация как бы тестов. У нас есть и самый высокоуровневый уровень тестирования, когда у нас обыкновенная автоматизация веб-драйверовская, которая правда идет поверх флеша, потому что веб-ушная игра она на флеше. Для этого тестирования вы используете окремые служебные какие-то там сервисы, или ранние юзатели для клиентов? Нам повезло, у нас есть бэк-офис. У нас такой монстроидный бэк-офис, в котором зашито очень много capabilities, в том числе и для тестирования. Бэк-офис всегда зашит, закрыт очень сильно от внешнего мира, но в внутренних сетках он не закрыт. Поэтому для наших интеграционных тестов мы просто используем эндпоинты бэк-офиса, а бэк-офис, в свою очередь, дергает наши служебные сервисы, которые мы отдаем только ему. Живый. А? Ну, то есть живый с живого сервиса дергает. Ну, можно сказать, живого, да, это все равно модель. Это модель, там, стейдж или еще чего-то. То есть вот я показывал юзер-сервис, должен был бы быть теоретически служебный юзер-сервис. Например, create fake user, или create test user, или create там cheater user. То есть, ну, когда речь идет о гемблинге, то обязательно нужно иметь возможность создать читера, который будет либо пытаться сломать систему, либо, по крайней мере, пытаться повторить то поведение, которое делают читеры, и его не сразу забанят. А потом, когда уже там понаписываешь больше фильтров, ты уже создаешь реального и пытаешься им сделать, тебя должны забанить. Но все равно у нас там есть где-то один только флажок, типа там не присылайте ФБР по этому адресу. Так, значит, это то, что по коду. Секундочку. Замечательно, вот у меня корень моего сервлета, и у меня есть разные служебные эндпоинты. Health, статус up, нормально. Auto config. Нет. Конфиг. Что? Ну, то есть показывает, что было вызвано, что было сконфигурировано. Но. Да, да, вся простыночка. Но на самом деле меня это не настолько волнует. Меня, например, волнует. Зачастую меня может волновать трейс. Я вижу, да, что у меня были, какие мои последние запросы. Вот. И самый часто используемый мной, по крайней мере, эндпоинт это Matrix.
Значит, в данном случае, смотрите, у меня сплошные все... сплошные все метрики, которые Boot генерил за меня. На все мои эндпоинты он сам вешает, меряет 200 и 400, а также все остальные статусы он мне намеряет. Также он мне меряет для всех рестовых эндпоинтов, сколько раз я стучался и какое время с этого времени прошло. То есть эти все штуки он дает мне из коробки, а также хип, мемори и так далее, процессор, всю лабуду, короче, которая мне может понадобиться из коробки. На самом деле этого зачастую не хватает. И давайте посмотрим, что мы можем получить. Вот, значит, актуатор – это модуль бута, который тоже имеет свой как бы стартер-автоконфигурер обязательно, как все модули, и он позволяет нам делать мониторинг. Вот это стандартные эндпоинты, которые присутствуют, шатдаун закрыт по умолчанию, чтобы никто не переживал. Вот, но вот это можно использовать сразу из коробочки. Можно это переправлять на служебный порт, можно это закрывать конфигом, HTTP security, как угодно. Можно это выключать и отдавать только по GMX. Все как бы зависит от вас. Читайте документацию. Что нас беспокоит? Нас больше волнуют актуаторовские метрики. Мы только что посмотрели схему. Основные группы это System, Data Source, Tomcat Session и Custom. В нашем случае мы, конечно, хотим понять, что мы можем делать в кастоме. Можем в кастоме мы делать следующее. Значит, есть два интерфейса, которые позволяют нам собирать два разных типа метрик. Есть, поправьте меня, GOG сервис, да, который аккумулятор значений, который содержит вот в аккумуляторе значение мапы, как это, string double, да, и есть counter-сервис, который просто increment, decrement и reset, как вы видите, поддерживает. Все они используют metric writer для того, чтобы записывать метрики. Metric writer у нас бывает in-memory, используется по умолчанию. Мы можем бэкать это в Redis, они говорили, да. Вот есть Redis Metrics репозиторий, но для большинства, наверное, ну, композит, понятное дело, и туда многих заинтересует. Но, наверное, большинству будет интересен, конечно, Code Hail, как самая продвинутая в этом смысле штука. Тут вот коллега спрашивал про... который ушел, к сожалению. Спрашивал про Drop Wizard. Ну, вот как бы Spring тоже юзает штуки из Drop Wizard, как и Drop Wizard из Spring. Вот. Что в этом случае могу предложить? То есть вот мы сделали свою имплементацию GOG, который реализует, собственно, submit, добавляя метрики, добавляя новую метрику со значениями, которые пришли. Мы также сделали свою наивную имплементацию counter, которая добавляет во writer incremented и decremented. И мы можем либо вызывать их в явном виде, либо если у нас по каким-то причинам мы не хотим этого делать или слишком много мест, вот я добавил аспектик, который будет мониторить аннотации, такие как, допустим, monitorable. Monitorable будет собирать и count, и время, да, прохождения метода, и simple monitorable, который будет собирать только, короче, count. Вот. Таким образом получается, что навешивая, активируя, ставя аннотации над методами моих сервисов, я вывожу метрику в бутовые метрики. У меня появляется моя кастомная метрика. Имя метрики, вот, как вы видите, составляется по сигнатуре метода.
Вот. И у нас есть графика рисовалки, которая нам постоянно считает дельту, то есть количество каунтов вызовов в минуту графики строят, и по времени точно так же дельта, изменение времени вызова за время, то есть вторую производную. Це ваші кастомні якісь дашборди? Совершенно верно. У нас є спеціально обучені люди. Джаваскриптери, так? Ні, там не тільки джаваскриптери. Вони потім ще з цього всього знімають снапшоти, пишуть правила, які спочатку записують, типу, поведення нормальне, а потім, якщо щось змінюється, рейзять ворнінги, пишуть письма, смски, і дзвонять на телефон, де робот голосу говорить: «Проснись, сядь за комп». Поэтому вот у нас всегда куча всего такого. Мы при планировании любой фичи обязательно анализируем, кроме приемочных тестов, по которым мы будем говорить, работает она или нет. Также BI, про который я вам говорил, поскольку нам очень важно понять, что пользователь делает во время этой фичи, именно то, что он делает. Также мы снимаем метрики. Какие можем, такие снимаем. До этого у нас был самописный метрик-райтер. Тоже на кодах Хейли, но самописный. И тоже через отдельный сервлет отдавал. То есть, по сути, с бутом мы вздохнули с облегчением. Дальше, что хотел бы я о чем-то еще дополнительно сказать. Значит, мониторинг tools мы посмотрели, консоль, visual, VM, your kit мы посмотрели. Мы не посмотрели AppDynamics. New Relic, к сожалению, должен вам признаться, не получилось у меня настроить. Да и с AppDynamics вышел косяк, но я очень буду стараться. Вот. У меня закончился Pro Trial. И когда я написал сейлзам, попросил заэкстендить свой Pro Trial, меня направили на какую-то украинскую контору, где какая-то Маша спросила: расскажите, пожалуйста, что вам нужно. Хреново, да? Значит, смотрите, на каждом сервисе у меня установлен агент. Агент у меня параметризирован, да. Ну давай, перелогин. И что? А пароль? А пароль? Нет, я хочу на ком. На корп я не хочу. Значит, получается, работает... Хай, Олексій, так я ж залогінив. Ну давай subscription. SAS. Значит, проблема моя с New Relic оказалась в том, что я не нашел... По-моему, мой access key такой же, как и паспорт. Я сейчас проверю. Да, мне повезло. Вот, у меня один application. То есть я считаю, что все мои четыре сервиса представляют из себя один application. Таким образом, это архитектура. Значит, в моем application присутствуют четыре апп-сервиса. В данном случае вот этот, это... Я игрался, настраивал, но, как вы можете понять, вот user, to-do service и account service имеют свои отдельно настроенные endpoint'ы. Значит, вот, вы здесь можете видеть, что они такие друг дружке звонят, и это видно. 0 calls в минуту за последние, давайте 15 минут, давайте сделаем, сколько мы с вами тут, ну давайте 2 часа сделаем. Чего? Чого? Значит, типу, дивиться за всіма колами до зовнішніх якихось штук чи... Да, значит, на каждого агента даете свой watcher. Видите, он зацепил только одного агента, он только аккаунт-сервис запустил, и, к сожалению, это все, что видно. А-О-О. Вот. To-do сервис обращается к аккаунт-сервису и обращается по GDBC к базе. Значит, смотрите, присутствует элемент автодискавери. Подключили агентов на все свои сервисы. Оно нарисовало вам флоу-мап. В флоу-мапе вы можете мониторить, как проходит сигнал в вашей системе. В
Вы можете мониторить количество запросов в минуту, время отрабатывания. Потом что вы делаете? Вы создаете понятие бизнес-транзакций, то есть стандартные схемы прохождения запросов. После этого создаете какой-то трэш-холд для этих бизнес-транзакций. После этого у вас появляются мониторы и нотифайеры. Таким образом вы заходите и сразу видите, что происходит. Вот у меня есть вот errors, чтобы вы понимали, да, оно само мне сейчас все придумало, я ничего не делал реально. И это очень, ну, как бы, толковые данные. Они большие молодцы. Вот он говорит, что на вот таком запросе у меня вывалилась ошибка. И он мне затрейлит вплоть до эксепшена лога, который он бросил. То есть вот такая вот волшебная хрень. Цена которой всего лишь 1% от вашего перформанса. Про долларовую цену я молчу, просто потому что, видимо, она не сравнится с серьезным кластером, стоимость девайса от сэкономленного времени инженера. Сейчас, подождите, я все-таки хочу увидеть детали. А это не целый Java-агент, который там сидит, который коллектит метрики и отправляет их на контроллер, он декризит перформанс того же JVM без Java-агента, разница между 1% от производительности. Я подумав, ціна його, типу, ціна того сервісу надо не зробити. Ціну не сравнити, я так розумію, у них персональне для кожної компанії від кількості агентів. Ну, але там приблизно там воно. Ага. Мене вони взагалі ігнорують, Таню мені якусь дають. Я навіть, мені навіть не з ким поговорити. Вона працює в якійсь совершенно там якась консалтингова фірма, тут типу як наші саб-консультанти. Я навіть не хочу з цими людьми мати діло. Вот. Ну, як бачите, да, то есть мені показують, що дольше всього 285 мілісекунд або 86% времени. Это хессиановский запрос кауча клиента на request занял у меня, да, а не обработка ошибки, что в принципе логично где-то, да. А запрос занял больше всего, потому что у меня на каждом звене была ошибка. Это для меня тоже звоночек. Может, мне в таких случаях нужно другую обработку ошибок делать, да, и делать, например, какой-нибудь там short-circuiting. Вот. Это то, что касается AppDynamics. Значит, кто-то мне про Neuralink спрашивал. По-моему, парень ушел тогда. Не выдержал. Не выдержал, да. Я слишком монотонно рассказываю, я знаю. Как мне сказали, все то же самое, только в профиле. То есть это примерно одного уровня инструменты. В том числе не получилось вам показать, поскольку не бывает агентов для Macintosh, а поднимать еще и VirtualBox и там настраивать агента у меня... В принципе, не хватило времени. Была такая очень плотная неделя. Но в целом логика примерно то же самое. У вас есть хост, на котором стоит контроллер, и вы в ваших Java-агентах настраиваете, куда этим агентам скатывать ваши все метрики. Потом смотрите свой красивенький дашборд. В чем преимущество New Relic? Насколько я понимаю, New Relic может работать на всех платформах, в том числе на пых-серверах и на серверах и на клиентах мобильных. Чего не делает, соответственно, AppDynamics. Вот это, пожалуй, единственная большая разница. Все остальное, как я понимаю, они друг у дружки по очереди крадут идеи, как, собственно, все в нашем бизнесе. Подводя итоги, значит, мы остановились вот как раз на вот этих вот всех чудесных мониторингах и конфигурациях, но мне задали очень интересный вопрос. А есть ли какой-то оркестрейшн? Я вам больше скажу, не то, что оркестрейшена нет, у нас до сих пор и конфигурейшн самописный. Вот. Поэтому сейчас у нас вот примерно следующий план, как у команды, как у компании и так далее. Мы хотим очень серьезно инвестировать в Spring Cloud по той простой причине, что ребята уже сделали кучу всего, которая нужна нам на вчера. А именно мы хотели бы разворачивание в Амазоне бутовых инстансов автоматизировать. Поскольку нам уже не хватает собственного кластера, нам нужен Amazon. Дальше, Netflix OSS, в особенности все, что касается микросервисных OSS, всяческие эврики, архивсы и так далее. Можно посмотреть презентации спринговых евангелистов, они уже показывают на интеграцию всего этого. Припилить дельно у нас
пока не получилось, есть только POC-проекты, они работают с синтетическими кейсами, но я думаю, что в скором времени мы инвестируем и будем туда смотреть. Тоже, у кого есть соответствующие требования сходу в приложениях, рекомендую, конечно, в Netflix OSS инвестировать. Это очень хорошая, как это, семья, да, целый family open-source-ных продуктов и библиотек, которые именно production, микросервис направлены. Там и оркестрейшн, и конфигурейшн, и какой-то и шорт-серкетинг, и так далее. Также мы страдаем от легаси пережитков отдельного сервиса, который менеджит наши сессии и распространяет свои библиотеки, и мы хотели бы от этого избавиться. И работать с сессией, которая будет где-то. Пусть этим занимается Spring Session. Он не такой матерый, как хотелось бы, но это где-то наш такой второй звонок. Мы хотим туда инвестировать. Так? А? Ну, да, это на уровне прототипов. Мы для себя просто поняли, что мы этого хотим. А вот здесь Spring Session, он тоже, ну, достаточно новый проект Spring экосистемы. Совершенно верно. Он только недавно был 1.0.0 GA. О, идея какая. Но он вообще дамми, он совсем дамми. Поэтому мы хотим сделать как? Мы хотим сделать свою POC-шку, попробовать ее на каком-то новом маленьком сервисе, посмотреть, сможем ли мы припилить адаптер, чтобы она работала с нашим существующим кластером, а потом в какой-то момент заменить как бы то, что на заднем фоне, на что-то более реалистичное. Ну и Drop Wizard, безусловно. Здесь говорили про Drop Wizard, опять же, коллега, который ушел, к сожалению. Вот. Drop Wizard – главный конкурент того, что касается микросервисной архитектуры Spring Boot. Это для тех, кто не хочет очень много сторонних библиотек себе притаскивать. Он проще, легче. Вот. При этом по функционалу он далеко не меньше. Поэтому рекомендовал бы в том числе посмотреть. Я, к сожалению, не могу про Drop Wizard много рассказать. Вот, только обзорные знания у меня на продакшене не использовал. Но, как вы уже знаете, как правило, у нас в индустрии все друг у друга заимствуют идеи. Подозреваю, что много от спринга там, и в то же время каких-то спринговых фишек они тоже таскали. А он идет типа от обратного? Ну, то есть, если Spring Boot вот, в зависимости подтягивает и конфигурирует, разрешено все, что не запрещено? Там тоже, по-моему, жесткий convention over configuration, только там нет автоконфига. То есть у тебя все сконфигурировано, и ты должен утвердить. Но там нет автоконфига, типа положил что-то в класс-пас, получи гранату, понимаешь? Там немножко по-другому, там нет такого количества модулей, он в несколько раз проще. Но на нем строятся системы по сложности, как это, которые можно оценить как очень и очень сложные. Успешно строится на Drop Wizard без каких-либо там... Я же что имел в виду, что в Spring Boot разрешено все, что не запрещено. Если ты конвеншнл не запретил вот это тянуть, да, не уборай свой автоконфигуратор, он тебе вытянет там хреновую гору всего и закинет, да, сконфигурирует. Да, здесь примерно то же самое. То же самое, только как бы уровень, наверное, немножко... Уровень абстракции чуток пониже. Еще вопрос, а у вас как сервис Discovery между вашими, то есть юзаете что-то типа ETCD-консулы? Сервис Discovery все достаточно угрюмо. У нас есть configuration, который раздает сервисам, куда им стучаться за другими сервисами, и который в случае, если сервисы недоступны, иногда, повторюсь, в автоматическом режиме может включать сервис в maintenance моде. То есть он никому не стучится, а отдает всегда какие-то либо последние закашированные значения, либо значения «я не работаю», или «я на maintenance». То есть, к сожалению, вот так. Но нам бы хотелось, чтобы мы могли на любом этапе flow делать switch. Дальше запрос не проходит, потому что у нас есть очень большие проблемы с переполнением пулов, с большими ожиданиями. Мобильные клиенты к этому чувствительны, особенно андроиды. То есть андроидовский кластер ложится вот так. Если вдруг какие-то там бенефиты на этапе выкачивания увеличивается на них длительность запроса, очень серьезные проблемы сразу с Android-клиентами, как семафор. То есть они к реконнектам, с реконнектами плохо себя ведут и. Ну да, так вот. Дальше.
как бы, как говорится, любой тул, который хоть хотите использовать, пожалуйста, выучите, посмотрите, в противном случае, как обезьяна с гранаты. Особенно это касается именно бута, особенно в продакшене, потому что он зачастую может вести себя непредсказуемо. И если вы не знаете, где смотреть, вы можете понести бизнес-потери серьезно. Также, ну, несколько раз сегодня повторял, не решает бут всех проблем, имеет свою область применения, зачастую полезен тем, кто до этого работал на Spring экосистеме. Вот, а если вы хотите спать после релиза, как я уже сказал, мониторинг в помощь. Сделайте все, что может конфигурироваться снаружи, конфигурируемым снаружи. Пишите в логи все, что вам кажется потом может быть вам полезным. Складывайте, мониторите, парсите, процессите логи, делайте дашборды. Вот, пишите кастомные мониторинги, пользуйтесь существующим, знайте тулы, ограничивайте хип, смотрите данные. Значит, по материалам сейчас прямо я это сделаю. Sorry, не сделал. Значит, будет код вот по этому адресу, презентаха по этому адресу тоже. Тарас все выложит, я думаю, это будет еще. То, что я говорил, документация Spring офигенная, то есть Spring Boot можно прочитать, там не так много, один раз все просмотреть. В спринговском блоге все есть обновления, новые фичи и примеры с, прямо со ссылками репозитория на гитхабе. Мы пишем по этому тегу в этот твиттер все, что, скажем так, у нас в команде веселого и невеселого, в том числе по технологиям. Кому интересно, следите, там есть... Там иногда бывает не такой уж большой стёб. Это как можно связаться со мной, собственно, твиттер рабочий, нерабочий, имейл, по ссылке на QR-коде позиция открытая в компании, в мою компанию на данный момент, в нашей локации в Украине. Спасибо большое, я здесь еще, думаю, какое-то время буду, если вдруг у кого-то остались нерешенные вопросы, готов ответить.